Так, всем привет. Напишите, как со звуком работает. Всем любителям акул и животных. Там, если тихо, тоже напишите. Так, сейчас О, сейчас уже трансляция у людей пошла. Это сколько отставания? Ну да, примерно 30 секунд получается. Окей, в порядке вещей. Так, ждем плюсиков, что со звуком все хорошо. Угу. У меня что-то в чате. Участники вообще два. Ну ладно. Угу. Так. Да, все говорят прекрасно. Все слышно прекрасно. Но надеюсь, именно это было не слышно. Так, ну тогда, Никит, можно начинать. Угу, хорошо. Даю тебе слово. Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Никита Корнилов. Я ихтиолог аквариумист в Крокус-Сити океанариуме и магистр биологии. Собственно, всю жизнь, можно так сказать, занимаюсь акулами. Сегодня буду вести лекцию по ним. Сначала немного расскажу, как я пришел к жизни такой. Началось все, как это ни странно, с фильма «Челюсти», когда я посмотрел его лет 5, по-моему. И, собственно, это определило мою жизнь и судьбу. После этого я смотрел про акул документалки, читал все книги и, в принципе, понял, что я хочу стать зоологом, биологом, ну и, собственно, к этому и шел. Более того, еще и получалось это на самом деле. То есть я в биологии прямо в школе практически не делал. Ну и, собственно, пошел по этому направлению. Правда, не в МГУ, ну, не получилось, что называется. Попал в Тимирязевскую сельскохозяйственную академию, и там, собственно, закончил магистратуру и пошел работать в океанариуме. Мне вот повезло туда попасть, по сей день там работаю. Со дня его, ну, не основания, а со дня его открытия. Сколько он там у нас? Уже 5-й год почти открыт. Нет, 16-го года, 4 года он открыт. Ну и непосредственно акулами я интересуюсь всю жизнь, всю информацию, какую могу найти, про них изучаю. Благо сейчас в интернете много всякого можно найти, поэтому знания растут в геометрической прогрессии, хотя про них все еще известно крайне мало. И сегодня, так сказать, хочу рассказать некоторые факты и общую биологию этих животных, которые иногда рассказывают в школе и в университетах довольно, ну, не хочется сказать слово посредственно, но довольно обыденно и зачастую больше внимания на каких-то конкретных вещах заострять, пуская многие другие интересные вещи. Особенно это касается тех людей, что занимаются ихтиологией более профессионально, поскольку у нас направления по акулам как такового в стране нету. Я искал всю жизнь, продолжаю искать, надеяться, что у нас есть специалисты в этой области, но пока, к сожалению, за всю мою жизнь не нашел ни одного. Так что пытаюсь самым в каком-то веке стать и, соответственно, развиваться в этом деле. Ну, давайте без лишних слов начнем нашу презентацию. Я сейчас включу демонстрацию экрана и будем, собственно, лицезреть. Если что, в конце можете задать вопросы, и я с радостью на них отвечу. Так, совместное использование, поехали. Так, включайся, дорогой, включайся. Так, поехали. Акулы, введение общей информации, так сказать, немного. Для начала простенькое систематическое положение. Акул, как хрящевых рыб, собственно, хондрихтисы, подкласс эласмобранхи. Вообще, вот науки об акулах как таковой просто даже в мире нету. Вот, казалось бы, есть там арахнология, инсектология и так далее, а про акул нету, хотя могли бы назвать эласмология как-то, эласмология, но нету. Они у нас все равно изучаются в ихтиологии, и то не так много людей, кто занимается этим вопросом. Что у нас, собственно, по эласмобранхам? У нас есть пододелы акулы и скаты, небезызвестно, а также есть еще цельноголовые, они же химеровые. Вот, собственно, здесь вы можете их видеть. Вот у нас классический представитель – это рыбомолот, бронзовый, если быть точнее, это синеточечный скат хвостоколы, посередине как раз химера. Химера – это довольно редко встречающаяся рыба, в основном относящаяся, в основном обитающие на довольно большой глубине, но в некоторых случаях их можно встретить определенные виды и на мелководье. Они вот являются близкими родственниками акул, их часто показывают как каких-то таких страшных созданий с глубины там Марианской впадины. Там они тоже есть, но, тем не менее, это такие довольно уникальные существа, но мы не о них сегодня. Едем дальше.
Очень простенькая такая систематика акул в данной области. То есть у нас есть несколько отрядов. В частности, вот молотоголовые акулы относятся к архаинообразным, к ним относятся и многие другие классические акулы. Это серые, это серо-голубые акулы. Есть у нас также вот плащеносные акулы, они к многожаберниковым относятся. К ним относятся акулы, имеющие 6 и более пар жабр, как правило, это глубоководные виды. Здесь у нас небезызвестная плащеносная акула с довольно жуткой мордой, представляющая собой настоящий реликт. Очень такая примитивная рыба, которую, вот, прямо скажем, осталось где-то, наверное, со времен динозавров. Вот если смотреть ископаемые останки древних акул, очень похожи. Далее у нас вобегонгообразные, вот пятнистая шорная акула к ним относится, и помимо них к ним относятся многие виды усатых акул, например, там кошачьи, няньки, но все они из этой оперы, их также еще и к усатым относятся. Дальше у нас черная колючая акула, катранообразные, думаю, все хотя бы раз слышали про известного катрана. Их еще также называют колючие акулы в целом. Характерной чертой у них является наличие колючки у спинного плавника. Вот здесь вот на фотографии немножко видно. И в некоторых случаях еще и светящиеся биофлюоресцентные глаза. Это в основном для некоторых глубоководных видов характерно. У нашего катрана такого нет. Но про глаза и их свечение тоже поговорим. Дальше скватинообразные, такие уникальные акулы, напоминающие больше скат, но тем не менее относящиеся к акулам. У нас хороший такой представитель типичный – это морской ангел. Многие со скатом часто, собственно, и путают, но не стоит. Это акула. Дальше вот у нас есть разнозубые акулы, разнозубообразные. Акулы, имеющие довольно сложную структуру зубов и челюстей. Вот типичных представителей – это шлемовидная рогатая акула. Ну и в целом все рогатые акулы еще называют бычьи акулы, хотя это неправильно. На самом деле они называются рогатые. Бычьи акулы – это совсем другое. Дальше, ламнообразные. Здесь у нас самая известная, так сказать, рекламная компания всех акул – это большая белая акула. К ним относятся все крупные такие виды акул, которыми нас всех пугают. В кинотеатрах, в кино, в книгах, в комиксах, везде, в общем. И еще пилоносообразные акулы. Именно вот то, что называют рыбой пилой, это, собственно, они. Есть еще пилоносы и скаты, но это совсем другая группа животных. Это именно что скаты. Там отличие заключается в том, что у акул по бокам имеются жабры, жаберные щели. У скатов они снизу, собственно. Ну, здесь плохо видно из-за качества картинки, но тем не менее. Так, если вы не специалист, можно запросто их перепутать. Что ж, едем дальше. Начнем с простого. Скелет акулы. Скелет, как многие знают со школы, это хрящ... он весь у акулы хрящевой, состоит из хряща, из-за чего, кстати, очень сложно делать из них, собственно, препараты для остеологов и таксидермистов. Я вот буквально одного человека знаю, и не в России. В России, может быть, кто-то и есть, но обычно с акул делают слепки. Рыбная таксидермия – это отдельная область. В данном случае у нас вот отличный скелет молодой акулы мака, и можно видеть, насколько оно одновременно примитивно и насколько оно при этом сложно устроено. Собственно, что мы имеем? У акулы имеется мощный позвоночный столб. Вот, кстати говоря, некоторые позвонки имеют свойство окостеневать действительно, из-за чего можно, например, изучать, собственно, их палеонтологию. Например, есть позвонки мегалодона. Вот кроме зубов и позвонков от мегалодона ровным счетом ничего не сохранено. И это одна из причин, почему образ и внешность мегалодонов создать довольно трудно. Изначально это была просто огромная белая акула, а так, по факту, он сейчас признан как огромная акула наподобие китовой. То есть такой медлительный хищник, не как там изображены в фильме «Мег», «Монстр с глубины» и тому подобное. Далее, очень сложные, собственно, жаберные дуги у нас устроены, на которых крепятся жаберные тычинки, жаберные лепестки. И то, при том, у нас здесь акула с проточным типом дыхания, то есть ей надо постоянно плавать, чтобы дышать. Мака к таким относится. Дальше пояс грудных и брюшных конечностей, анальный второй спиной плавник и вот гетероциркальный хвост. Про хвост тоже отдельно чуть-чуть по этому поговорим. Можно сразу, кстати, заметить такую важную вещь, отличительную для всех акул. Это не монолитный череп. То есть можно видеть, что череп у них весь на связках, на тех же хрящах, но особенная черта – это челюсти. Они в основном вообще могут держаться даже просто банально на мышцах и не соединяться с черепной коробкой как таковой. Зачем это нужно? Акулам это необходимо для того, чтобы больше подвижность челюстного аппарата была, и в первую очередь для более широкого укуса и также силы укуса в некоторых случаях. Но эта черта есть у всех абсолютно акул.
Если вот у нас с вами это амфистильный, насколько я помню, называется череп, то у акулы называется геостильным. Следующий слайд открою. Вот, собственно, что мы имеем. А, амфистильный это тоже у акулы, прошу прощения, ошибся. Вот, мы, собственно, видим, здесь у нас челюсть крепится на связках и на хрящах. Это метелев, не метелев хрящ, это вот этот, это гемандибуляй называется, да. И, соответственно, при амфистиле он тоже крепится к черепу, но лишь на отдельных вот таких даже не связках, а чертах. То есть череп не монолитный. Он за счет этого, во-первых, легкий, во-вторых, челюсть больше подвижность, как я уже сказал, приобретает. Ну и в целом можно охватить больший радиус. Например, если у акулы перед носом какая-нибудь рыбка плавает, она ее может просто засосать. Так, например, охотятся кошачьи акулы, няньки и многие представители других. Далее, вот, собственно, у нас череп акулы, это та же самая мако. Вот очень хорошо видно, собственно, строение. Вот. Более того, вот я представлю вам, даже у меня есть челюсть акулы, это челюсть песчаной акулы, вот, да, вот так вот хорошо видно. Вот. Но это не очень большая особь, где-то 1,60 м. Откуда взял, не спрашивайте, все равно не расскажу. Так, извините, я тут поправлю. Ой. Не спрашивайте, откуда взял, не расскажу. Ну вот, собственно, здесь хорошо видны части, к которым крепятся связки непосредственно. И когда акула атакует, челюсть, можно так сказать, опускается вниз и открывается почти на 90 градусов. Тем самым акула может ухватить хоть как-то добычу. И, собственно, все ее зубы на это предназначены. То есть, если хоть как-то она ухватится, все зубы направлены в глотку, и уже вы никуда не денетесь. Ей достаточно просто захватить и заглотить вас уже целиком. Вот хорошо видно, как работает этот механизм на пойме песчаной акулы сверху, Кахаену старус, и внизу небезызвестные акулы домового, которые многие пугают, как чудище из Марианской впадины, страшнейшая акула, хотя на самом деле она для человека не считается опасной, поскольку, во-первых, она крайне редко встречается, поскольку живет на глубине. Во-вторых, эта акула, в принципе, так сказать, не очень большая, она всего лишь 1,5 м длину, то есть больше вероятность, что она от вас, скорее всего, уплывет. Да и видели ее буквально раз, два, три, общался, то есть редкое животное. Хотя выглядит, конечно, безусловно, жутко. Есть, кстати, байка, что на основе ее челюсти создали череп чужого для известного фильма, но это вранье, такого не было. Это уже из другого мира животных взято, есть конкретно у Моэн. Далее, вот еще здесь хороший пример, как работает. Это у нас морской ангел, собственно, который я выше показывал. Вот хорошо видно, как работает этот механизм засасывания у него. У бедной рыбы нету никаких шансов. Морской ангел, собственно, у нас закапывается в песок и может долго так выжидать, пока добыча не приблизится. И если вы его не заметите, он может, кстати, и человеку укусить. Зубы у него мощные, может прокусить стальную перчатку. Особенно взрослые особи, они достигают длины до 3 м. Хотя сейчас их популяция очень сильно, так сказать, пострадала от перевылова и остались буквально у Испании и у берегов Канарских островов, насколько я помню. Сейчас их пытаются охранять своими силами, но слабо получается. Более того, это животное достаточно слабо изучено. Но, тем не менее, если будете где-то на Канарах, особенно у острова Тенерифе, имейте в виду, там такие водятся. Они для людей опасность не представляют, скорее всего, они просто уплывут, но вот почему называется «не надо на глубине», точнее, «не надо по дну ходить». Далее, плакоидная чешуя. Одна из особенностей акул, которая выделяет их от всех прочих рыб. Обычная чешуя называется, уже забыл слово, ну ладно, не важно. Плакоидная чешуя у нас образована дентином, в первую очередь, и имеет основу такую же, как и зубы. Из-за чего можно заметить эти, собственно, зубчики у них, они похожи на зубы в челюстях. И, собственно, так оно и есть. Зубы в челюстях акулы – это просто увеличенная ее чешуя. Ну, если смотреть с точки зрения эволюции и с точки зрения их происхождения. Стоит заметить, что зубчики все идут от носа к хвосту. И раньше эту шкуру, например, да и кое-где до сих пор использовали в галантерийной промышленности, в частности, для обработки дерева. Кое-где использовали как украшение, например, на самурайских катанах, насколько я помню, использовали ту же шкуру ската и некоторых крупных видов акул. Так, извините, я поправлю. Да, там свет немножко. Да-да-да, все, вот сейчас отлично. Вот. А то меня просвещают тут.
Собственно, продолжаем насчет шкуры. Шкурка, собственно, то, что относится к бумаге наждачной, это на самом деле раньше так называли шкуру акулы, которую использовали для обработки деревянных поверхностей. Кое-где используют до сих пор. Ну, в частности, в тех местах, где наждачная бумага еще не дошла. Только там разница в том, что разные, собственно, зернистые шкурки и тому подобное. Но образ взят отсюда. Поэтому вот многие думают, что акулы гладкие. Как видите, ни разу не гладкие. Если вы их погладите от носа, ну, к хвосту, это действительно кажется, что гладкое, хотя можно почувствовать, что довольно шершавый, в зависимости от вида. А если от хвоста к голове, то сразу чувствуется, насколько она острая буквально. Это отличная броня, и более того, она помогает акулам в гидродинамике. Например, в случае самой быстрой акулы, серо-голубой мака, эта чешуя у нее взъерошивается и позволяет создать такой гидродинамический эффект наподобие крыла самолета, как работает. Это увеличивает ее и подъемную силу, ну, точнее, плавучесть относительно, и, в принципе, скорость, создает такую некую воздушную подушку, через которую акуле проще плавать в воде. Поэтому мака, например, может 80 км в час плавать спокойно. Ну, 50 км для нее в норме вещей, собственно. Говорят, что и до 100 может, но это не подтверждено. 80 подтверждено документально. Вот, едем дальше. Вот, собственно, разные типы чешуи у разных видов акул. Как видите, они очень сильно отличаются, поэтому вы не можете точно знать, так сказать, какую акулу вы зачастую можете гладить, если держите, ну, скажем, купили какую-нибудь промышленность из кожи акулы. Что там за акула? Вот без подробного анализа под микроскопом или хотя бы под хорошей лупой не поймете. И, кстати говоря, зачем же им еще такая чешуя? Например, в случае драк, она отлично спасает от крупных хищников, от своих же собратьев, особенно это спаивание касается. До него мы тоже дойдем. И еще такой момент, в принципе, это, в свою очередь, оружие обороны. Например, если вы голыми руками схватите крупную акулу, вы можете разодрать себе руку в мясо. Такие случаи известны. Поэтому всегда, если работаете с акулами, желательно использовать перчатки. Ну, если это крупная акула. С маленькими, например, с кошачьими, ну, в этом нет строгой необходимости. Хотя приятного мало. Поверьте, разодрать может. Вот, собственно, еще тут изображение теплокойной чешуи. Вот компьютерная томография, сделанная одним ихтиологом из Лондона, если точнее. Вот он, собственно, занимался вопросом того, как можно применить эту чешую. Например, ее пытаются применять в некоторых гидрокостюмах сейчас, ну, в качестве экспериментов. Чем это пока закончилось, не знаю. Эта фотография буквально свежая, меньше года назад, по-моему, опубликована. Но сами видите, вот очень хорошо видно, насколько зубы, собственно, похожи. То есть вроде гладкая-гладкая, на самом деле тут еще ежик или ехидна. Вот. Дальше. Замена зубов в челюсти акулы. Вот многие часто ужасаются, удивляются, сколько у них зубов и в несколько рядов. Но это все не просто так. У них есть рабочие ряды, есть замещающие. Зубы у акул меняются всю жизнь. Большинство об этом известно, но они у них, как сказать, многие считают, что они у них конечные. Пока подтверждения, что они конечные, нет. Я искал, все клонит к тому, что у них зубы как бы всю жизнь так и вырастают. И вот на примере, собственно, челюсти песчаной акулы мы можем очень хорошо увидеть. Вот у нее есть рабочие ряды, обычно это первые 2-3 ряда в зависимости от вида акулы. И остальные у нее замещающие. Если один зуб выпадает, следующий становится на его место. То есть принцип конвейера работает. А остальные у нее глубоко в челюсти. Ну, здесь не видно, поскольку так вот обработана челюсть. Но они вот, собственно, ждут своего часа. Получается именно, что такая очередь. И зубы эти выпадают постоянно. Это касается всех акул. И вот то, что говорят, есть там хищные и нехищные акулы. Сразу скажу, все акулы хищные. Ну, кроме одного вида, но про это потом поговорим тоже. Даже те, что называются нехищными, планктоноядные акулы, они тоже имеют зубы, у них они есть. Но они довольно маленькие, их можно только под хорошей лупой рассмотреть. Их у них больше всего, до 35 тысяч в случае китовой акулы. Но служат они как своего рода сичечка, так называемая. То есть она открывает рот, заглатывает огромные объемы воды, между зубов застревает какая-то мелочь, в частности, крыль, например. Ну, или там, например, какая-нибудь макрель, мелкая рыба, собственно, зоопланктон, которым она питается, не фитопланктон. То есть они не растительноядные, но, тем не менее, это хищники, так же, как и киты. Вот. Далее. Еще одна отличительная черта
Акул – это их гетероциркальный хвост. У всех рыб он по-разному имеется. Вот есть у нас протероциркальный, гомоциркальный, дифероциркальный. Ну, собственно, гомоциркальный – типичный хвост любой костистой рыбы, которую вы могли встретить. Б у нас протероциркальный характерен для примитивных рыб типа минок, ну, точнее, круглороты, но все равно идея понятна, или для некоторых угревидных. И есть еще, собственно, дифицеркальный хвост, такой характерен, например, для латимеи, вот хорошо известный. У акул, собственно, позвоночный столб всегда идет в верхнюю лопасть, вот так вот наверху. Нижний не продолжает. Просто мне доводилось встречать рисунки, где этот хвост продолжается позвоночным столбом. Это неправильно, ребят, такого нету совершенно. Позвоночник идет в верхнюю лопасть. Даже акула может потерять нижнюю, если она будет спокойно плавать. Зачем вам такое строение? Очень просто. Это позволяет им с минимальными энергозатратами и усилием мышц двигаться в такой толще воды. Как известно, многие акулы постоянно плавают, чтобы дышать. Ну и в целом у них такой механизм. И, собственно, для того, чтобы минимальные усилия прилагать, такой хвост. А в некоторых случаях этот хвост тоже служит оружием. В частности, у морских лисиц. Вот на следующем фото мы можем видеть, у нее характерная черта – это очень длинная верхняя лопасть гетероциркального хвоста. Но это вообще характерно для трех видов лисьих акул. Такие водятся у побережья Филиппины, в Индонезии пока еще. И, собственно, она этот хвост использует как хлыст. Она может им ударить и оглушить рыбу, и сразу же ее съесть. Собственно, за форму хвоста ее и прозвали лисицей. Причем это правильное название и для нашего языка, и для английского. Просто, хотя по-английски она называется трайфер. Но фокс-шарк ее тоже можно назвать, вас за это никто не ударит. Сама по себе эта акула безвредна, но вот такая черта есть только у нее. Есть, кстати, миф, именно миф неподтвержденный, что она этим хвостом может отрубить якобы голову человека. Мне кажется, это чушь полная. Как бы документально не подтверждено, что она им сильно бьет, факт. Из-за чего, из-за этого хвоста их, кстати, очень активно ловят, к сожалению. Но об этом мы тоже поговорим. Далее. Дыхание у акул. Хорошо известно, что акулам нужно постоянно плавать, чтобы дышать, но не у всех. Подчеркну, не у всех есть виды акул, которым не нужно постоянно плавать. У нас в океанариуме есть несколько таких видов, и когда они просто лежат на дне, люди уверены, что, боже мой, у вас акула умерла или ей плохо. Нет, они нормально. Людям приходится показывать прям пальцем, вон она дышит, жабры открываются. А как же так, меня учили, что им постоянно всем надо плавать. Вот, собственно, один из самых популярных мифов. У акул, у некоторых поедонов, в частности, есть вода, входящая через брызгальца. Брызгальца – это и есть орган, с помощью которых поедоны и акулы могут засасывать воду и выталкивать ее через жаберные щели во время выдоха. То есть во время вдоха они заглатывают воду, могут ее и ртом заглатывать в некоторых случаях. Создается низкое давление с помощью глотательных движений челюстями. Вода омывает необходимые жаберные лепестки и все необходимые полости. Потом, когда акула сжимает, собственно, рот, она выталкивает воду уже непосредственно через жаберные щели, и, собственно, процесс повторяется. Полноценное дыхание, в общем-то. Это называется активное дыхание. В некоторых случаях есть еще так называемые глоточные насосы. Они встречаются, например, у белоперой рифовой акулы, довольно популярные в аквариумистике среди акул, в принципе. В чем их суть? Это специальные мышечные органы у них в челюстях, с помощью которых они могут просто заглатывать воду и проталкивать ее через жабры. Или, например, они могут лечь в том месте, где прям хорошее течение. Поэтому эти акулы зачастую вот прям скоплениями целыми лежат там, где какая-нибудь пещера или прям мощный поток течения, целыми группами там до сотни акул. И, собственно, отдыхают. Поэтому они полностью находятся в сознании, дышат, но ночью уже охотятся. И вот если такое встретите, знаете, что это нормально. Есть еще также вот у кошачьих акул эти брызгальца, ведь, например, есть у китовой акулы. Хотя зачем ей, непонятно, потому что никогда никто не видел, как эта акула лежит. Она постоянно в движении, возможно, это рудиментарное образование. Кстати говоря, такое брызгальце, вот как его можно увидеть? Оно обычно за глазами. Если увидите у акулы такие отверстия, которые открываются, закрываются, то, собственно, это оно и есть. Еще такое есть у скатов. Многие думают, что это глаза, что скат моргает. Нет, скаты моргать не умеют. И вот, собственно, такой механизм. Дальше, мозг акулы. Самое, пожалуй, интересное и сложная вещь у них.
Большинство людей принято считать, что акулы — это бездумные, безмозглые машины, поедающие все на своем пути, хотя по строению своего мозга они, мягко говоря, явно не, так сказать, не считают, нельзя их считать тупыми абсолютно. Безусловно, размер мозга относительно человеческого очень мал. Если конкретно в случае, вот, например, белой акулы, мозг может весить 65 грамм, у человека там 1500 грамм, ну, так усредненно там. Но здесь размер не имеет значения, как известно, среди биологов и, в принципе, людей, кто занимается биологией, имеет значение его развитость, а также наличие отсутствия коры, нейронных связей и ряда других функций, а также развитости тех или иных участков. Если об этом говорить, то у акул с этим полный порядок. И самый важный момент, что это соотношение массы мозга к массе тела. То есть, например, у белой акулы оно вполне себе на уровне некоторых млекопитающих и птиц, да и у других акул тоже. Поэтому эти создания достаточно умные, но единственное, что имеют свои нюансы. Также, например, можно сказать, скажем, про крокодилов, у которых масса мозга относительно тела достаточно такая серьезная. Они очень, на самом деле, умные создания, хотя, безусловно, опасные. С ними работать довольно тяжело. Но вернемся, собственно, к акулам. У нас здесь есть все типичные отделы мозга, то есть передний, средний, задний, спинной мозг, который, собственно, у нас отвечает за двигательные автономные функции, в свою очередь к ним относится в то же время и дыхание, хотя, например, часть дыхания имеется и в мозгу у акул. Очень мощно развиты у них зрительные доли, и вот до сих пор не утихают споры насчет того, насколько хорошо акулы видят, поскольку у них очень мощно развиты зрительные доли, но, например, одни ученые доказывают, что у них нет цветного зрения, другие доказывают, что есть. Но кому верить на данный момент непонятно, действительно. Одни, собственно, исследования доказывают, что у них очень много оттенков серого, они видят, в первую очередь, ну, 50 оттенков серого, что называется, а другие доказывают, что они видят яркие цвета. Но пока я склонен считать, что все-таки они видят определенный спектр цветов, но это зависит от конкретной особи, потому что есть акулы вовсе почти слепые. Например, гренландская акула, которая живет на огромной глубине, там до 6 километров, и у нее на глазах живут паразитарные организмы, копеподы, и она и без них спокойно ориентируется. Дальше, у них очень мощно развитый нюхательный тракт и нюхательные луковицы. Ну, хорошо известно, что у акул очень все хорошо и в порядке с обонянием, собственно, вот эти рассказы о том, что они чувствуют каплю крови в размере с олимпийский бассейн, там объеме воды, это все правда, да, но они только от этого запаха крови не означают, что приходит там ярость, рвут на части, все, это так не работает. Но анализаторская доля, например, в зрительных нервах акул развита довольно слабо. В большей степени оно развито, собственно, в зрительных долях, то есть акула может по обонянию сразу пойти, но потом она наблюдает за предметом и уже, собственно, решает, напасть или не напасть, держаться на расстоянии, это уже у конкретной особи зависит. Более того, в некоторых кругах ученых все еще спорят насчет развитости коры нейронных связей у акул, но тут уже такие исследования достаточно серьезные, про них читать это уже слишком такое тяжелое, можно сказать, даже занудное. Даже мне иногда тяжело. Плюс это все на английском. Но, тем не менее, у акул достаточно сильно развит мозг, и на этом можно уже, собственно, успокоиться. Поэтому он, так сказать, V-образный, то есть вот у него сейчас мышечка, вот, у него вот V-образная такая форма, поскольку у него идут вот обонятельные луковицы, и уже, в свою очередь, идут необходимые чипные нервы, которые идут уже по непосредственным сенсомоторным отделом. Далее, зрение акулы. Как я уже говорил, про зрение акулы ходит много споров, но есть довольно интересные моменты. В частности, у них вот хрусталик, он изменяет свою кривизну. Это такой же механизм, собственно, у нас с вами. Вот мышцы его растягивают, и акула может видеть на достаточно почтительные расстояния и имеет отличное, на самом деле, зрение. В некоторых случаях, особенно это касается биологических видов, вроде мака, белой акулы, но, собственно, тех, что водятся в открытом море. И еще у них имеется вот непосредственно, сейчас, где мышка, вот за сетчаткой такой слой, как тапетум. Он имеется, например, у крокодилов, если вы, например, посветите в них фонариком, вы видите, как он отражает, глаза светятся в темноте, то же самое у акулы, поэтому они, в свою очередь, отлично видят в ночи, и в основном все, собственно, акулы охотятся ночью.
В свою очередь, вот если вы когда-нибудь где-нибудь будете купаться, можете посветить фонариком, можно их спокойно при желании увидеть. Ну, если это мелководье, если там крупные акулы. Но вообще ночью лучше не купаться. Там, где есть акулы, поверьте, это плохая идея. Вот. Далее, еще один интересный орган у акул – это ампулы Лоренцини. Одна из их сверхспособностей, что называется, то есть помимо вкуса, обоняния, осязания и других чувств, присущих почти всему живому, и нам в частности, у них есть электрорецепция. Она осуществляется через точечные вот такие вот рецепторы по всей ее морде, называемые рострумом. Из чего они состоят? Они у нас, собственно, имеются на коже такие поры, они выходят в каналы, заполненные гелеобразной жидкостью, которые, в свою очередь, соединены с нервными окончаниями. Вот, да, тут желеобразный эпителий, канал. И акулы, у акул эта связь идет напрямую в мозг. И акулы с помощью этого механизма могут чувствовать электромагнитные излучения, причем до... Ну, по одним источникам до 0,01 микровольта, другим по 0,001. Я думаю, что это зависит от видов. Но, тем не менее, сам факт остается, что они чувствуют электромагнитное излучение почти всего, что его производит, вплоть до, собственно, сердцебиения, мозговой деятельности, дыхания. Поэтому, например, акулы, у которых оно особо хорошо развито, такие, например, считаются рыбомолоты, у которых, кстати, одна из причин формы их головы, называется, собственно, обилие этих ампул Лоренцини, поскольку они охотятся в основном за поедонными рыбами, особенно скатами, это их любимая добыча, они могут обнаружить ската, закопавшуюся аж на 3-сантиметровой глубине под песком и без всяких проблем. И, собственно, свою голову используют для того, чтобы откапывать его. Есть даже теория, что они ориентируются по магнитному полю Земли вследствие этого. Так ее практически доказали, ну, пока она еще не до конца изучена. Она имеет место быть у рыбомолота, как я уже говорил, и у серо-голубых акул. Такие, кстати, акулы есть у нас в океане, две особи по кличке Броуди и Хупер. Ну, не суть. Помимо этого, эти рецепторы еще используют некоторые дайверы, чтобы с акулами установить контакт. Дело в том, что если по ним погладить рукой, то акулы могут впасть в так называемую тоническую неподвижность или тонический транс. Нарушается проводимость, и акулы, собственно, они действительно впадают в такое тоническое состояние, когда с ними можно делать все, что угодно. Единственное, что рецепторы расположены очень хаотично у разных видов акул по-разному. И, например, если у одних акул на самом кончике носа их довольно много, то, скажем, у какой-нибудь тигровой акулы они по бокам. Чесать надо там. И поэтому акула полностью остается в сознании, она дышит, она видит, и есть теория даже, что она испытывает от этого удовольствие. В частности, некоторые дайверы, например, мы потом посмотрим, они говорят, что акулы сами подходят и, собственно, позволяют им себя почесать, а если акула еще и лежать умеет, то она прям сама в ручки приходит. И я сам, кстати, так делаю с кошачьими акулами в нашем океане. Чуть позже, может, даже продемонстрирую данную возможность. Ну, а лучше посмотрим у дайверов, у них это интереснее выглядит. Вот, собственно, такая способность им, в свою очередь, немножко и мешает. Например, акулы из-за этого привлекают металлические предметы. Если когда-нибудь слышали или видели, как акулы кусают какие-нибудь кабели или моторы лодок, это из-за этого, потому что их любой такой предмет, собственно, заинтересовывает. Сразу они его изучают. В свою очередь, это, кстати, одна из причин нападений считается, потому что акулы – существа любопытные, возвращаясь к строению мозга. У них присущее любопытство и довольно, поведение по изучению тех или иных существ и предметов, но они их изучают по свойственной манере, это кусают. По-другому они просто не могут познавать мир, поэтому любой новый предмет они в первую очередь кусают, но одно дело, если это делает кошачья акула длиной там, 60 сантиметров, другое, если это делает большая белая акула, у которой радиус челюсти до метра. И, собственно, обычно на одном укусе так называемая атака и заканчивается. Ну и, собственно, дальше человек сам с собой остается, а акула уходит. Ну, это все равно считается за нападение. Хотя, по факту, это просто исследовательское поведение. Но это уж, извините, издержки работы с данными животными и, в принципе, нахождение в одной среде с ними. Вот, собственно, у нас на примере тигровые акулы хорошо видны эти ампулы Лоренцини по всей морде. Прям не пропустим. Но поэтому, несмотря на обилие этих рецепторов на кончике морды, акула лучше всего реагирует, ну, в таранс впадает, когда ей по бокам ее чешут. Мы дальше это сейчас увидим на одной гифке.
А вот когда ей касается по носу, и наоборот, намного у нее больше интерес пробуждается, она может, например, к дайверу развернуться и снова подойти. А может в некоторых случаях атаковать, по крайней мере, я про такие случаи читал. Но это должен делать только классифицированный специалист, дайвер, биолог. Поэтому, если вы когда-нибудь будете нырять с тигровыми акулами, сами так лучше не делайте, если вас не учат этому. Вот, собственно, давайте посмотрим. Вот у нас Элай Мартинес, довольно известный дайвер, так называемый танцор с акулами. Вот хорошо видно, как он может ей буквально повелевать. При том, что это 4-метровая тигровая акула, одна из самых опасных. Для справки, она спокойно ест морских черепах, панцирь для нее не проблема. Но, как видите, вот она сначала попыталась его укусить, а он просто ей вот вертит как хочет. И акула не проявляет особой агрессии, она может. Она просто банально своей массой может на него надавить, и все. Ну, тут еще сказывается, конечно же, опыт Элая. Он очень опытный в этом плане дайвер, я с ним чуть-чуть общался. Потрясающий человек, он, кстати, этому делу учит, но его нужно для этого поймать. Он, по-моему, во французской Полинезии и на Багамах чаще всего ныряет. И еще в Мексике. Ну, то есть человек в этом деле опытный, знающий. Вот, собственно, это, что называется, один из вариантов экотуризма с акулами. Едем дальше. Вот здесь у нас как раз можно видеть органы, о которых я говорил, брызгальца, вот у синеточечного ската, вот, собственно, глаз. И вот этот вот орган, клапан, у него открывается-закрывается, и вот у обыкновенного нашего катрана такой же видно. Поэтому имейте в виду. Дальше. Половые различия у акул. Довольно частый вопрос меня задают, как отличить самца от самки. Вот, во-первых, хорошо видно, что самка чуть более такая плотная, барышня, сразу понятно, и детей вынашивает, и все в таком духе. И в свою очередь обратите внимание вот на вот эти выросты. Это называется птеигоподия или класперс по-английски. Это, собственно, аналог пенисовства. У акул их два. Можно сказать, у акул два пениса, да. Причем считается, что с точки зрения эволюции им это надо не просто так, поскольку самец, когда спаивается с самкой, он хватает ее челюстями либо за левый, либо за правый грудной плавник, либо переворачивает, либо на бок ставит. И, собственно, либо слева, либо справа один из класперов, он засовывает самки в клоаку, и происходит оплодотворение. Процесс, прямо скажем, не нежный. У акул брачное поведение нежностью и любовью не пахнет. Это больше похоже на страшное насилие. Но что делать? Природа, она жестока. Стоит заметить, кстати, что самка больше самца, так же, как правило. И если она не хочет, она как бы спокойно от него уплывет или может дать ему сдачу. Но если увидите акулу когда-нибудь, у которой на жабрах, на шее следы от зубов, это не драка, это, скорее всего, собственно, были следы спаивания. В некоторых океанариумах это очень хорошо видно. Например, в Москве на черноперых рифовых акулах видно, что спаивание у них проходит. Выражают ли они, это уже другой вопрос. Вот, собственно, класперы вот эти самые, вот у самцов можно видеть, у самок его нету. Что называют наши гиды, у самцов акул вот ножки есть и такие шорты, а у самочек юбочка. Ну, такое вот действительно забавное сравнение. Другой момент. У нас есть, вот, собственно, яйца, яйцекладущие акулы. Акулы размножаются разными путями. Вот часто, точнее, не так давно был у меня случай довольно интересный. ВКонтакте на фотографию вот яйца акулы вот такого и такого очень много было возмущений, вопросов, дескать, акулы все рожают, что вы за бред несете? Нет, ребята, есть яйцекладущие акулы и, собственно, довольно немало, 30%, если я правильно помню, но это в основном маленькие прибрежные акулы. Например, здесь у нас яйцо азиатской кошачьей акулы и рогатой акулы, которую вы могли видеть в начале. У рогатой акулы довольно специфической формы такой, спиралеобразной. Надо это для того, чтобы это яйцо более легко выходило, собственно, из акулы. И, в свою очередь, оно им зацепляется за какой-нибудь подводный, ну, за какой-нибудь подводный предмет. Водоросли, камни, кораллы и так далее. И в некоторых случаях еще такие вот проводки, что называется, есть. Есть такие же проводки у кошачьих акул, как видите, спиралью видно. Но в них намного лучше видно, как там развивается эмбрион, особенно если его подсветить. Я, кстати, тоже плодил так азиатских кошачьих акул, в частности, коричнево-полосую кошачью акулу в нашем океанариуме. Вы могли видеть на превьюшке, собственно, фотографии этого детеныша. Развитие идет по-разному, в зависимости от вида акулы, максимально до 1,5 лет, до 12 месяцев. До 12 месяцев, 1,5 года – это беременность у некоторых видов акул.
Ну вот, собственно, как это происходит? У акулы имеется яичник, в нем развиваются яйца, и произошло оплодотворение. Яйцо движется, если ну, оплодотворено и движется по яйцеводу, оно обрастает роговым таким, собственно, чехлом, что называется. Кстати, есть у меня вот настоящее высушенное яйцо кошачьей акулы, вот, собственно, того акуленка, что я вырастил. Вот. Можно заметить, что оно довольно плотное, прям, так сказать, жесткий материал, а когда оно свежее, что называется, когда оно в воде, оно прогибается чуть-чуть, материал, из которого оно сделано, аналогичен кутикуле растений или нашим ногтям, ну, по прочности я имею в виду. Поэтому это нельзя назвать икрой, некоторые специалисты в кавычках называют такие вот, собственно, капсулы у акул икрой. Это очень грубая ошибка, потому что икра имеет клейкость, а эти яйца не имеют никакой клейкости. В них намного дольше происходит развитие эмбриона и без личиночной стадии, в отличие от костистых рыб. И поэтому здесь жесткая оболочка, а не мягкая такая, собственно, которая у нас имеется у костистых рыб. У некоторых видов акул яйца могут развиваться внутри тела, то есть это яйца живорождения, и тут два варианта. Либо акуленок после вылупления из яйца может сразу родиться, собственно, и он сразу готов к самостоятельной жизни, у него полный набор зубов, он сразу готов идти охотиться. Поэтому заботы о потомстве у акул нету, сразу скажу. Он сразу маленький готовый убийца по себе. Ну, или в другом случае акуленок вылупляется из яйца, у него имеется пуповина, и он этой пуповиной, собственно, срастается со стенкой матки и мати, и происходит плацентарная связь. Прям как у млекопитающих. У некоторых акул прям называется плацент, поскольку механизм прям один в один, как у млекопитающих. В некоторых случаях это именно плацентарная связь, поскольку оно примитивно устроено, но смысл тоже. То есть питание, диффузия организма детеныша идет через организм матери. Полноценная. А в случае, например, рыбомола, там полноценная плацента, как у млекопитающих. Вот оно, как казалось. Развиваются, опять-таки, яйца, по-моему, вот минимально от 2 месяцев. Можно отлично видеть, как развивается эмбрион в океанаймах, очень популярно. Кстати, эти акулы отлично, в принципе, плодятся в неволе, их даже разводят. Ладно, едем дальше. Вот, собственно, спаивание акул. Кстати, вот белоперо-рифовая акула. Здесь у нас посередине самка, и оба самца хватают ее за грудной плавник. И вот один ей, собственно, уже вставил к тайгоподе, а второй ждет своей очереди. У этих акул спаивание происходит, как видите, достаточно жестко. У многих акул такой процесс вообще поймать — это настоящее, так сказать, сокровище. Например, некоторые виды акул никогда не снимали их спаивание. Например, белые акулы, мака, длиннокрылые. То есть на видео вы их не найдете. Есть очевидцы, которые говорят, что его видели, но как бы насколько им можно верить, сложно утверждать. Но тем не менее, многие специалисты, собственно, за одним только этим видео, как акулы либо размножаются, либо как они рожают, еще лучше в буквальном смысле охотятся. Вот. Так самку могут оплодотворить за раз до 20 самцов, в зависимости от того, что за вид. Поэтому самка, конечно же, пытается зачастую уплыть, когда, собственно, уже весь процесс пошел, но тестостерон делает те вещи, которые, собственно, заставляет делать. Так. Дальше. Внутреннее строение. Но перед этим я вам покажу сейчас небольшое видео. Вот, собственно, у нас есть еще такой момент довольно интересный. Хорошо известно, что у некоторых акул в процессе эмбриогенеза есть такое явление, как оофагия или внутриутробный каннибализм. Оофагия, когда акула поедает яйца, и эмбриофагия, когда акуленок поедает еще в утробе своих же собратьев и сестер. Оно есть не у всех акул, как утверждают некоторые гои-специалисты, но присутствует. В частности, сейчас мы посмотрим видео, как акуленок поедает, собственно, в утробе матери, конкретно это песчаная акула, он поедает яйца, ну, неоплодотворенные или, так сказать, более слабо недоразвившиеся в утробе матери, и может при желании съесть и своего собрата. До этого мы дальше Вот, собственно, мы здесь видим песчаную акулу, такую типичную, вы могли ее видеть в некоторых океанариумах. Красавица настоящая. Собственно, это ее челюсть у меня в руках, вот, только это манка. Вот, собственно, здесь запись у нас отличная для документального фильма. Вот, видите, у малыша сразу есть зубы, он уже готовый охотиться. Вынашивает эта акула до 40. Сейчас звук уберу.
до 40 таких мальков в одной матке. У акулы это две матки, если что. И в каждой, собственно, развивается один эмбрион. Ну, точнее, он родится только один, а так развивается в каждой до 20. Эмбрионов всего их 40. И, собственно, там происходит внутриутробный каннибализм. Эмбриофаги и эофаги. Вот хорошо видно зубы. Вот, кстати, интересный момент, как это открыли. Ихтиолог, когда проверял беременность акулы, засунул ей руку в клоаку, и его, собственно, этот малыш укусил. С рождения готов к бою, что называется. Ну вот, собственно, вот он ищет своих собратьев или яйца и не стесняется, может их съесть. Сейчас где-нибудь найдем. А вон там как раз он вот поедает, собственно, второго. И в итоге из 20 останется только один, как в одном известном фильме. Вон, видите, у него даже жабры еще не развиты, а он уже, собственно, осуществляет свою деятельность. Но это именно характерная черта песчаной акулы. Она в этом плане фундаментальный вид, на котором этот процесс просто изучают. Он есть не у всех. Например, у белой акулы эмбриофагия и оофагия не доказаны. Ну, точнее, эмбриофагия доказана, оофагия доказана. То есть яйца они в утробе друг друга едят. А вот детеныши не факт. Но про этом плане про белую акулу еще довольно мало известно. О, вот хорошо видно здесь еще. Вот, собственно, эти яйца неоплодотворенные, и вот у нас уже более-менее развитый акуленок. И он, собственно, этими яйцами питается, пока мать, собственно, просто плавает, живет. Срок беременности у акулы по-разному. Он может достигать до 3 лет, если я правильно помню. В некотором случае. Вот, кстати, одному малышу не повезло. Видимо, недостаточно силен, и его, собственно, тоже съедят. Да-да-да, вот что мы и видим. Что называется, выживает сильнейший. У песчаных акул это прям демонстративно хорошо видно. Вот. И еще заодно, сейчас давайте я вам покажу видео. Сейчас, где у нас оно? Вот здесь у нас, например, уникальные редкие кадры морского ангела, которые вы раньше могли видеть. Сейчас я видео отключу. Это вот съемки из утробы матери. Вот, собственно, кстати, здесь видно тоже у морского ангела две матки, влево и вправо. И детеныши, кстати, между ними могут перемещаться, поэтому в случае чего у некоторых акул тоже один раз нравится. У той же песчаной акулы, 1-2 детеныша максимум из 40. Вот вы видите, здесь у нас вон маленький акуленок, маленький морской ангелочек. Вот, вон у него как раз топетум светится в глазах, хорошо видно прям. Уникально, очень редкий. Вон там еще хвостик некоторых, но они, видимо, уже более-менее подросли, поэтому друг друга не едят. Вот вторая матка, вот здесь еще один лежит. Вот. Ну разве не милота? Счастье материнства, что называется. Вот так это вот и снимают, товарищи ихтиологи. А вот, собственно, сам морской ангел. Прям действительно по форме тела напоминает много. А вот малыши уже родившиеся. Вот такое вот чудо. Так вот, кстати, их стараются, собственно, мало того, что охранять, выращивать в неволе и выпускать в природу. Реинтродукцию, что называется, делать. И вполне, по-моему, успешно, вот именно что на Канарских островах, а в ряде регионов этих акул уже, считай, нет. Ну, по крайней мере, их уже лет 5-10 точно не находят. Ладно, вернемся к нашей презентации. Так, сначала пойдемся, прошу прощения, продолжим. Потом тогда будем остальные видео смотреть. Вот. Общее строение и общее анатомическое строение у акул у нас довольно хорошо изучено. Вот это на примере рисунка Катрана, колючие акулы, что называется. Вот здесь вот изображено, собственно, брызгальца. Вот, кстати, у него же отличительная черта – это шипы у основания плавников. Поэтому, если будете ловить Катрана, имейте в виду. И шипы, кстати, с ядом. Он не смертельный, но болючий. Рука будет болеть у вас долго. Так вот, в грудном отделе находится сердце. Сердце у акул двухкамерное, одно предсердие, один желудочек и всего лишь один круг кровообращения. В сердце всего лишь находится только венозная кровь. И, собственно, с кровообращением у них все связано довольно примитивно, за счет чего у акулы, собственно, и есть такой механизм, почему им надо постоянно плавать, чтобы дышать. Мощность их сердца и внутрикровяного давления не хватает, чтобы в достаточном количестве снабжать их тело кислородом. Поэтому они либо помогают, например, вот постоянными движениями хвоста, что прокачивает кровь, собственно, по организму, или пассивным дыханием. То есть они плавают постоянно и дышат, открыв рот, при этом
и вода проходит свободно сквозь жаберные щели. Так дышит наибольшее число, известно всем акутам. Белые, тигровые, ну, все океанские виды. Далее у нас идет короткий ЖКТ, в частности, вот рот, глотка, она переходит в желудок. Желудок однокамерный, ничего специфичного в нем нету. А вот дальше начинаются довольно интересные вещи. В частности, у акул крайне короткий кишечник. Там все укомплектовано очень компактно. Идет сначала толстая, затем прямая кишка. Прямая кишка очень короткая. И вот следует заметить, что отличительной чертой у акул это спиральный клапан. Он служит для увеличения всасывательной способности кишки. То есть не нужно тогда увеличивать длину кишечника. Все сразу здесь. И вот проглоченная еда, собственно, у нас переваривается в обычном желудке. Дальше обрабатывается необходимыми секретами селезенки и поджелудочной, после чего уже в спиральном клапане также продолжает обрабатываться, и, собственно, из нее получаются питательные вещества. Еще интересная вещь – это почка у акул, что называется, она такая вот достаточно плоская, трубовидная. Вот есть тазовые почки у рептилий, до них почти у всех почки вот как у акул. У некоторых акул, кстати, почка может быть... Не, есть акулы, у которых почка может быть вообще одна. Вследствие этого у акул, собственно, имеется специфический запах из-за их метаболизма и слабой выпускной способности почек, но это не просто так. Оно не потому, что рыба примитивная, как многие утверждают, а потому что акулы получают максимальное количество питательных веществ из продуктов азотистого обмена внутри себя. В частности, они вырабатывают, ну, когда они гадят, что называется, они гадят мочевиной, но в очень ограниченном количестве они мочевину по большей части накапливают и вторично ее в своих почках перерабатывают. То есть у них есть первичная мочевина, но в ней остается еще очень много полезных элементов. В частности, белков, витаминов, даже вода. Воду-то им тоже надо как-то получать. И, собственно, она идет на вторичную переработку. Получается вторичная мочевина, которая уже, в свою очередь, излишками этой мочевины акулы, собственно, испражняются. Вот, и из-за этого акулы имеют специфический запах. Если вы когда-нибудь достанете живую акулу или на рынке найдете, от нее прям воняет мочевиной, что называется, как общественным сортиром, ни с чем не перепутайте. Из-за этого мясо акулы в ряде регионов и стран не популярно. Но не везде, к сожалению, и разные есть способы от него избавиться. Но, тем не менее, из-за этого как раз мясо акул есть и не стоит. В некоторых случаях можно получить буквально отравление и нитрификацию страшного организма. В свою очередь, это характерно для акул, например, что питаются падалью. Например, самая долгоживущая акула, гренландская акула, в их мясе настолько много мочевины, что, собственно, если его просто кинуть в снег, снег оранжевый становится вокруг этого мяса, и без предварительной обработки его есть опасно. Собаки, например, умирают сразу, а люди рискуют получить мощное отравление. И в целом, так сказать, у северных народов, у эскимосов, например, в частности, или даже у наших чукчи, где эту акулу добывают, это мясо всячески обрабатывается разными путями. Например, есть известные блюда, я забыл, к сожалению, название на местном диалекте, но его закапывают просто в землю, в песок и оставляют лежать так на 3 дня, пока вот, собственно, эта мочевина не будет там либо разлагаться, либо вытекать, там разные методы обработки, и только потом едят. Но такой себе деликатес, прямо скажу, многие не рекомендуют его есть. Хотя любители, которые его ели, мне попадались, но они говорят, что ни о чем. Ну, собственно, такие дела. В свою очередь, кстати, еще у клоаки, вот когда у нас после толстого кишечника идет прямая и слепая кишка, у нас имеется ректальная железа, которая, собственно, тоже выводит вот прямо из почки всякие продукты азотистого обмена у акул. И еще эта железа используется для, например, выведения феромонов, собственно, когда акулы, ну, социальное поведение у них половое, чтобы обозначить, самка выделяет определенные феромоны, и самец, собственно, ее находит, ну, собственно, по запаху. Все, что называется, как у многих нами знакомых животных. Едем дальше. Вот здесь у нас сравнительная, так сказать, картинка с крайне ЖКТ, акулы, саламандры, ящерицы, пингвина, коровы. Как видите, у акулы все максимально просто, максимально коротко, без излишков. Ну и, собственно, это ей, в свою очередь, и полезно. Но это связано со спецификой ее жизни. Дальше все это, конечно, усложняется, и, собственно, ход действия эволюции не такой специфичный. Но из-за этого, кстати, многие наши
ну и не только наши ихтиологи, считают акул, в принципе, примитивными рыбами. И оно как бы так, но по факту считать их, так сказать, из-за этого какими-то недостойными, просто я встречал такое мнение, когда учился, я считаю, по меньшей мере, глупого, потому что просто своя специфика, иногда чем проще, тем лучше. Возьмите паразитов, банально. Эти ребята живут в другом организме, и им отлично живется, там чем сложнее, тем хуже. У акул, собственно, учитывая их способности, собственно, необходимость жить, им этого хватает. Более того, они, собственно, миллионы лет успешно с этим существуют, и никаких проблем. Еще момент интересный, что у акулы у многих есть так называемая способность инверсии желудка, то есть выворачивание желудка наизнанку. У них нет рвотного рефлекса, как у нас с вами, нет нёбного язычка. Чтобы избавиться от какого-нибудь мусора, который, или ну, частиц непереваренных, акула может его буквально в смысле исторгнуть из себя, и поэтому она умудряется не зацепить его своими зубами. Процесс такой производит буквально за секунды. Я буквально 1-2 раза его наблюдал у нас в океанариуме. Но факт остается фактом, что такой момент есть. И иногда кажется, будто акула сейчас проблюется, что называется. Ну, она буквально его выворачивает, заглатывает обратно. И весь этот мусор у нее наружу выворачивается. Вот, например, здесь это показано на схемке у белой акулы. Некоторые акулы это делают, кстати, после того, как погибают. Вот на следующем фото, когда мы видим, как браконьеры ловят, вот, собственно, ой, извиняюсь. Ну, вы видели, скорее всего, сейчас. Сейчас откроем сразу обратно. Так. Соскочила презентация, вернем обратно. Так, так. Вот. Вот здесь хорошо видно, собственно, эту инверсию желудка. Собственно, это он и есть. Но акула уже, к сожалению, мертва, и ее ждет, собственно, только суповой набор. Вот у многих акул это во что только не принимают этот кусок. Думают, что это там кусок мяса или что-то она не съела. Нет, это их желудок. Но опытные рыбаки, разумеется, об этом знают. Но всякие байки рассказывают туристам, особенно и спортивным, в кавычках, рыбакам. Дальше, вот у нас опять мы видим эмбриогенез, здесь у нас детеныш лимонной акулы в утробе матери, у них оофагии уже нету, рожает лимонные акулы, по-моему, до 30, не, до 20 детенышей максимально. Вот очень хорошо видно, что у акуленка у нас идет пуповина, и вот, собственно, плацентарная связь. Все как у млекопитающих и как у людей, что называется. И вот, собственно, раньше это когда-то была яйцевая капсула, а сейчас вот он, ну, собственно, от матери питается. Чуть позже я покажу вам, собственно, есть видео уникальное, как лимонная акула рожает. Пока закончим с презентацией. Вот, вот опять же, про оофагию возвращаясь. Вот недавно, буквально в 2016 году в Японии открыли, что у акул-нянек тоже вот есть две, ну, не, две матки. У них и так известно, что было, но стало известно, что у них тоже есть оофагия, и они поедают неоплодотворенные яйца в утробе матери, но своих собратьев не трогают и могут переползать из одной матки в другую. Здесь это вот очень хорошо, собственно, видно на рисунке. И вот, собственно, такой вот момент. Есть две матки, не у всех акул, тоже подчеркну сразу, а он есть, как правило, только у определенных видов, и почему такая видоспецифика до сих пор неизвестна. Далее, немножечко затрону вопрос экотуризма с акулами, потому что хозяйственное значение акул будем затрагивать. Здесь мы видим на видео, как довольно известный дайвер в узких кругах Кристина Заната, мне доводилось с ней, кстати, общаться, занимается реальной зоозащитой, как бы я это назвал. Она вытаскивает крючки из пасти у карибских рифовых акул. И, как видите, использует тоническую неподвижность. Она вот чешет акулу за нос, и, собственно, акула – это дикое животное, если что, подчеркну. Она ее не кусает, и она позволяет собой делать всякое. Поэтому, как видите, Кристина защищена специальным кольчужным костюмом, сразу скажу, он защищает только от зубов, не от давления челюстей, поэтому поранить руку можно, в принципе, если акула будет атаковывать. Но в данном случае отлично видно, как Кристина, собственно, вот на фото она сейчас была, она успешно использует свой опыт доверия этих животных и, собственно, им помогает. А эти крюки наносят огромный ущерб этим акулам, вплоть до того, что они в какой-то момент перестают питаться, и они говорят о том, что у них там
очень страшные шрамы, и иногда гематомы, и даже раковые опухоли есть. Ну, по крайней мере, считается, что некоторые раковые опухоли у акул вот такие вот прям мощные имеются, собственно, из-за вот этих самых крючков. Вот что называется настоящий зоозащитник. Имейте в виду, мало кто на такое пойдет. А вот дайвер Кристина Занат, я подчеркну, что она дайвер, она не морской биолог, хотя она с ними сотрудничает. Она вот умудряется помочь диким животным, и в свою очередь ее животные узнают действительно. Вот она рассказывала, животные реально к ней подходят, она каждого поименно знает, знает их характеры, но и учитывает поведение. Костюм, в свою очередь, разумеется, нужен как защита от случаев, ну, непредвиденных. Как она сама сказала мне, этот костюм одевается как шлем у мотоциклиста на всякий случай. Это техника безопасности, тем более, если акула заденет вас чешуей, потому что поранить она может, даже невзирая на толстый гидрокостюм. Вот такой вот потрясающий вид экотуризма. Кстати, Кристина этому навыку может даже обучать. Работает она на Багамских островах, в частности, в Бимине, насколько я помню. Но стоит это, конечно, не дешево, но тем не менее. И учит она не всякого, кстати. То есть для тех, кто делает из этого какое-то шоу, для того, чтобы зарабатывать деньги или, боже упаси, ловить акул, нет, она с этими людьми сразу не работает. И да, акул она, кстати, если подкармливает, то совсем немножко, как угощение, что называется положительное подкрепление. Тем самым она, собственно, и завоевала у акул доверие и положительное подкрепление. Наглядный эффект того, как можно работать с дикими животными и им помогать. И к тому же, вот про это вам в новостях не расскажут, что животные, что акулы у нас вот бездушные людоеды, это постоянно, а вот про это, так зачем? Зачем? Это не так интересно почему-то. Вот еще мы здесь видим работу некоторых водолазов в океанариуме. Это не в нашем океанариуме, хотя у нас такое тоже бывает, особенно во время кормежки. Вот водолаз тискает у нас здесь зебровую акулу. Вот сами видите, акула буквально приручена. Вот можно ее взять, погладить, совершенно милейшее создание. У него хорошо, кстати, заметен гетероциркальный хвост, собственно. И видите, акула не пытается даже сбежать, и просто по кайфу. Она может сбежать, она может укусить, но как бы зачем ей? Собственно, приручить хищника можно. Вот. И некоторые, кстати, виды акул, вот я про это не сказал, они, когда их переворачивают, тоже впадают в тоническую неподвижность и, собственно, позволяют собой делать всякое. Это очень удобно, если осуществлять какие-то манипуляции с животным, например, пальпацию, УЗИ, осмотр. Но не со всеми такое возможно. Например, с активно плавающими акулами, с пелагическими, такой номер не пройдет. Они продолжают плавать или, хуже того, начинают тонуть. И тогда, собственно, ну, сами понимаете, вы идете на дно вместе с этой акулой, если это белая акула, которая весит там до 3 тонн, сами понимаете. А вот с зебровой акулой можно прям такие уникальные танцы делать, что во многих океанариумах успешно и делают. Есть такое шоу и в питерском океанариуме, и в нашем, когда вот особенно водолаз кормят. В общем, очень популярны. И, в принципе, в некоторых регионах, где популярен экотуризм с акулами, тоже это делают люди, но с безопасными акулами, вроде той же зебровой или нянек небезызвестных. Единственное, что в такие моменты надо быть все равно осторожно, потому что у этих акул тоже есть зубы и довольно серьезные. Она, конечно, руку вам не откусит и даже палец не оторвет, но ничего приятного не будет. Например, известен случай, когда один человек, он вот так вот с акулой игрался, и он ее просто поднял и решил поцеловать, но в губы. Но акула ответила взаимностью и чуть не откусила ему верхнюю губу. Не надо так делать, это не лучшая идея, даже если вы очень любите акул. Бедолага. Ну, что же делать, сам виноват, дурачок. Дальше, немножечко затронем опять-таки тему акул в публичных аквариумах, океанариумах. Про это можно долго рассказывать, возможно, сделаем про это отдельную лекцию, если захотите. Здесь у нас вот один из лучших представителей океанариумов в мире, это аквариум в городе Атланта, штат Джорджия. Они одни из немногих, кто умудряется содержать самую большую рыбу в мире, китовую акулу. Сразу подчеркну, что в условиях неволи такие акулы вырастают до 7 метров, в природе до 20 метров. Что с ними происходит потом, по-разному. В некоторых случаях они живут до самой смерти, собственно. В некоторых случаях их выпускают, если это позволяет условия. Например, в океанариумах, где есть выход в открытое море, их реально выпускают, собственно. Но, сами понимаете, зрелище, когда рядом с вами проплывает такое животное, это потрясающе. Это, на самом деле, отличная пропаганда защиты этих животных, а поверьте, в природе их не так много остается в некоторых регионах, особенно в Филиппинах, где их до сих пор добывают, и в Индонезии. К сожалению, их тоже ловят.
для супа, про который мы тоже поговорим. Но при этом уникальное создание. И, собственно, я подчеркну такой момент, что аквариум и какой-нибудь дельфинарий – это разные вещи, потому что дельфинарий сугубо у нас дельфины китообразные. Это больше как цирк, в любом смысле слова, не обязательно в плохом. А океанариум и аквариум непосредственно про всю морскую жизнь. И не только про нее, а может про некие составляющие. Например, в нашем океанариуме есть еще экспозиция джунглей, или есть там животные, которые живут близ, ну, близ моря. Например, есть илистые прыгуны, которые являются сухопутными рыбами, но они живут только в лиманных зарослях. И, собственно, почему бы их не продемонстрировать в аквариуме? И поверьте, вы их не так можете легко найти в природе. Их довольно не так много мест, где они обитают. Я не говорю про тех же китовых акул, которые есть тоже далеко не везде. Вот, например, их круглый год можно найти на Мальте, насколько помню, на Мальдивах, и лишь в определенные периоды где-то в Индонезии, на Сейшелах и так далее. Это надо знать конкретные места, там прямо по расписанию где-то расписано. В свою очередь, изучение, аквариумы публичные позволяют не только вести научно-пропагандистскую деятельность, успешно для привлечения новых людей в ихтиологию, в изучение проблем океана, рассказ об этих проблемах и так далее и тому подобное, собственно, выполняются все те же функции, как и любой нормальный зоопарк. В свою очередь, аквариум также может служить и как местом изучения этих животных. Многие исследования касательно акул были проведены успешно именно в публичных аквариумах, океанариумах, где, собственно, эти животные содержатся. Не всякий институт может себе позволить содержать то или иное животное. Аквариум, океанариум могут. Зачастую хорошие аквариумы, океанариум с институтами сотрудничают. К сожалению, это не везде, конечно, происходит, особенно у нас в стране, но это потому, что у нас эта сфера пока такая. Она не в зачаточном состоянии, она только начала развиваться, собственно, есть и хорошие этому примеры, тот же Москвариум, действительно хорошее место с очень интересной, собственно, коллекцией животных, Воронежский океанариум, многие другие, но пока у нас это больше походит, конечно, на развлекательный бизнес, хотя все-таки медленно, наверное, развиваемся и мы. В СССР, к слову, публичных аквариумах как таковых не было. По крайней мере, вот такого плана, какой есть Москвариум или Крокус-Сити океанариум, я не нашел упоминаний. Если есть, будьте любезны, напишите название, я охотно про это прочитаю, поскольку думаю создать лекцию по истории, собственно, публичных аквариумов. Это будет, мне кажется, довольно интересно. Дальше, акулы в домашних условиях. Да, можно содержать акулу в домашних условиях, и это не так сложно, как кажется. Конечно, белую акулу вы в неволе не будете содержать, это невозможно. Даже в публичных крупных океанариумах вы не найдете белую акулу, их невозможно содержать, они только в природе есть. Поэтому их только либо ездите в конкретные страны наблюдать, или в публичные аквариумы, где есть иногда молодые особи тех или иных акул. Например, в Токийском океанариуме держатся молодые особи тигровых акул, но потом их все равно приходится выпускать по тем или иным причинам. В неволе эти акулы не живут. Вообще, самые страшные виды акул в неволе ни в домашних, ни в публичных жить не могут. Но многие захотят, наверное, дома завести акулу. Звучит же круто. У меня своя акула дома. Можно. Довольно дорого, но можно. Вот здесь мы видим, собственно, некоторые примеры таких аквариумов, в частности, с белоперейфовой акулой Триодонабесуса, которую вы раньше могли видеть вот в спаивании, собственно, и коричневополосой кошачьей акулы. Вот с такими, например, я работаю, ее яйцо, собственно, я вам вот демонстрировал. Вот, наверное, коричневополосые кошачьи, в принципе, азиатские кошачьи акулы – это лучший вариант для начинающего аквариумиста, не для начинающего аквариумиста, конечно, для начинающего аквариумиста, который хочет содержать акул, но он должен быть очень опытный, потому что это морская аквариумистика, она на голову сложнее, чем пресноводная, здесь совсем другие параметры, а с акулами это еще много проблем и нюансов имеет. Например, нельзя иметь прямоугольный аквариум, ни в коем случае. Акулы бьются об углы. Он должен быть либо круглый, либо восьмерки, либо ромбовидный. Собственно, здесь вы это и видите. Хотя, вот, например, в конкретном вот в этом случае аквариума акула уже, можно сказать, выросла из этого объема, как мне лично кажется, и можно ее пересаживать какой-нибудь побольше, потому что это малек акулы, вырастает такая акула до 1,5 метра, а здесь в ней 60 сантиметров, наверное, может быть, чуть-чуть побольше. Но здесь она, сами понимаете, развернуться с трудом в какой-то момент сможет. И лучше всего делать аквариумы по типу восьмерка. Об этом потом как-нибудь расскажем на другой лекции.
Или вот здесь вот у нас ромбовидный аквариум, у кошачьих коричневых полосок акул. Вот это прям для них отличный аквариум. В центре какое-нибудь укрытие желательно. Они очень любят прятаться, особенно днем. И следует заметить, что эти акулы отлично живут, чувствуют себя в неволе. Они отлично плодятся и живут довольно долго. 25-30 лет. Это минимальный срок жизни, кстати, для акул. И эти акулы имеют отличные, так сказать, когнитивные навыки. Они отлично запоминают людей, которые с ними общаются. У меня, например, на работе есть кошачья акула по кличке Маня. Всегда приходит, когда ее зову, дает себе почесать, погладить. И вот, собственно, все те извращения, что вы видели, что делают люди с более крупными акулами, я делаю с ней. Ну, потому что у нас с крупными акулами, к сожалению, по этой причине это невозможно. Наши акулы такое себе не позволят. Не все виды акул позволяют так себе делать. Вот. Какой объем нужен на такую акулу, зависит от вида. Например, для коричневой полосы кошачьей это от 500 литров, а лучше тонна на одну особь. Для акул покрупнее от тонны и больше. Лучше 3 тонны. Опять же, тут лучше подключиться к какой-нибудь фирме, которая занимается осуществлением такой деятельности, постройки таких аквариумов, скажем, Аквалога или многие другие. Просто Аквалога в этом плане самая известная, это не реклама. И, собственно, вам аквариумист создаст аквариум, завезет акулу. Сама акула, кстати, не такая дорогая. Самое дешевое, что я видел, вот коричневую полосу, кошачья акула, $100. Вот белоперый рифовый уже подороже, там, по-моему, самый дешевый я видел $500. Но за $500 такое себе, мне кажется, она будет какая-нибудь больная. Правда, важный вопрос транспортировки животных, но, как правило, собственно, тот, кто делает аквариум, об этом заботится. Или вы можете сами все это сделать, но это будет стоить сильно дороже, да еще много нюансов, которые вы можете не учесть, если вы никогда не делали морской аквариум или если никогда не делали аквариум для акул. Лучше нанять на это дело профессионалов, пусть они вам все сделают, потому что аквариум для акул – это конкретно отдельная такая небольшая область. Несложная, но со своими нюансами. Так-то сам аквариум может стоить, ну, если официально, 250 тысяч в сборном виде, сразу готовый, самый дешевый. Можно собрать самому, там, найдя аквариум там, за 70 тысяч на 500 литров, я видел. Ну, дальше вы находите цилиндр, канистру и фильтр, живые камни, запускайте его. Запуск идет, как правило, в течение месяца, там зависит от аквариум, еще соль находите обязательно, специальную морскую, Ratsea, например, там, или какого-то другого производителя, и потом находите акулу и запускаете ее. При этом не забывайте про адаптацию и ряд других, собственно, нюансов. Дальше, продолжая тему экотуризма с акулами, вот, например, вы не хотите заводить дома акулу, но хотите на них посмотреть. Экотуризм с акулами на самом деле сейчас развивается достаточно бурно. С 90-х годов был прям бум настоящий, сейчас благодаря каналам Discovery и, в принципе, ряду пропагандистов вроде той же Кристины Зената, дайвинг с акулами приобретает все большую известность и без всяких аттракционов в духе «А, я сумасшедший, я плаваю с акулами, посмотрите на меня». На самом деле в этом ничего такого опасного нету зачастую. Больше шансов, что вы пострадаете от отказа дайверского оборудования, чем от самой акулы, а тем более, если соблюдаете элементарные правила безопасности. Про это тоже можно отдельную лекцию сделать, как погружаться к акулам. Здесь мы можем видеть несколько вариантов дайвинга с акулами. Вот, например, когда у нас есть какой-нибудь инструктор или дайв-мастер, который, собственно, выдает людям палки, чтобы они, если что, акулу держали на расстоянии, для того, чтобы били. Бить акулу – это последнее, что надо делать. А держали крупную акулу, в частности, вот здесь у нас тигровая акула, на расстоянии, не приближались к ней, а он, например, ее вот чешет, как Элай Мартинес сделал на гифке ранее, или подкармливает, а сами зрители, ну, сами, собственно, люди смотрят на это как зрители. В случае чего, например, могут к ним подплыть вот акулы-няньки, которые дают себя погладить или покормить их с руки. Но все равно там свои правила безопасности есть. Еще один из наиболее известных методов экотуризма и самый, наверное, такой безопасный, если говорить о работе с белыми акулами, это дайвинг в клетке, кейдж-дайвинг. Он с разными акулами по-разному проводится, он не обязательно только с белыми, может быть и с рифовыми, если вы боитесь. Ну, есть люди, кто боятся акулы, борются с фобией этого, собственно, через клетку. Правда, вот, например, от белой акулы клеткой не поможет, но, тем не менее, лучше так. Когда снимаю документальные фильмы, как правило, стараются это, собственно, делать из клетки. И, в принципе, это самый бюджетный, безопасный вариант погружения с этими
акулами. Некоторые отбитые фанатики и биологи и не только могут плавать с белыми и не только акулами, вот прямо так, без всего. Здесь у нас на фотографии известный автор, биолог морской, кстати, дайвинг-инструктор Оушен Рамси, это реально ее имя, она прославилась тем, что может плавать с белыми акулами, вот прям так, даже без акваланга. Она фри-дайвер, то есть на одном вдохе дышит, и погружается, собственно, к этим хищникам, и, как видите, хищник позволяет собой многое. Считается, что акул очень пугают выдох от пузыриков дайверского оборудования, они поэтому держатся и так на расстоянии. С одной стороны, это, конечно, хорошо, если говорить о безопасности туристов, но с другой, если вы говорите о том, как изучать акулу или контактировать с ней, лучше, конечно, использовать такой метод, что Ocean прекрасно и делает. Она, кстати, написала целую книгу о том, как погружаться с акулами. Называется «Shark Behavior, What You Have to Know». Можно поискать на Амазоне. Если кому-то будет интересно, можете написать там в ВК мне, потом я вам скину ссылку. Правда, стоит она недешево из-за курса доллара сейчас, она стоит 100 баксов, сами посчитайте, сколько это сейчас стоит. Но книга стоящая, я читал ее, реально классная. Считаю, что если вы занимаетесь дайвингом или хотите погружаться с акулами, обязательно читайте. Очень хорошая информация по теме акул, их поведения, языка тела. Прям must have, что называется. Вот, собственно, мы, кстати, видим видео самой Ocean, сделанное, кстати, ее мужем, как она погружается в открытое море с китовой акулой. Это вот взрослая особь, метров, наверное, 12, я так думаю. Вот, красота несусветная. Вот. Она здесь вот таким методом интересным кормится, заглатывает, вот, собственно, воду. И вот, кстати, сейчас можно будет видеть, наверное, ее брызгальца вот под глазами. Не получилось. Ну, ладно, пока смотрим на фигуру Ocean. И вот, собственно, акула стоит вертикально, ей до Ocean нету никакого дела. Можно с ней вот так вот спокойно плавать. На Филиппинах огромное количество туристов приезжают, чтобы так с ними поплавать. И это приносит очень хорошие деньги в казну, на секундочку. Даже вот на Мальдивах, например, там вообще запретили добычу акул, поскольку деньги, приносящие такой туризм, приносят больше, чем продажа от плавников и мяса. В 92-м году, вот если я правильно помню, посчитали, сколько это стоит, то есть от акулы, которые продают плавники, получали 30 долларов, ну, 3 доллара 30 центов за одну особь от акулы, ну, за плавники. А в случае с дайвингом одна акула приносит 3000 долларов. Вот понимаете, насколько разница, насколько это выгодно? Но, к сожалению, очень много людей продолжают их ловить в спортивных целях, в целях, собственно, поедания ради супа, ради какой-то защиты океана и пляжей. Но все это чушь несусветная. Но об этом давайте дальше поговорим. Отдельно хотелось бы остановиться, извиняюсь за качество картинки, лучше не нашлось. Это представлено от группы Лагуна Акул, очень хорошая, ой, не от группы, а от сайта Лагуна Акул, очень рекомендую. Здесь у нас речные акулы. Бытует мнение, что акулы в реках не живут, живут. Несколько видов есть, но изучать их очень сложно. Некоторые виды акул вообще буквально видели поштучно. Вот, например, копьезубую речную акулу или акулу Ганга, нет, ну, не Ганга, а сейчас Борнео, акулу речную из Борнео буквально видели там 10 особей за все то время, с тех пор, как она открыта. Она открыта, по-моему, в 87-м году. Самая известная в этом плане речная акула – это, конечно же, бычья акула, но она отдельный вид. Но она, стоит заметить, что проходной вид, что называется. То есть она может плавать как в морских реках, то есть как в море, так и в речных зонах. И ее находили аж на расстоянии 120 километров от береговой линии в реках Австралии. Из-за чего эта акула считается одной из самых опасных. Это помимо того, что она реально рекордсмен, наверное, по числу смертей на своем счету. Акула крайне агрессивна и, собственно, в реках атакует, не задумываясь. Обычно ее прозвали за то, что она сначала пинает свою жертву ростовым рылом, а потом уже кусает. И, в принципе, за ее агрессивный характер. Здесь мы имеем несколько видов акул. Вот буквально видите, только фотографии, сразу видно, что трупов акул, а одной вот только рисунок. Например, акула реки Ираванди, вот, по-моему, это в Австралии она обитает, ее видели раза 3-4. Бизанскую речную акулу в последний раз наблюдали, по-моему, в 2007 году. Вот одно из этих акул, по-моему,
зубы речную, ее вообще в 2010 году открыли, вздумайтесь, в 2010 году, всего 10 лет назад. Кстати говоря, вот, например, есть некоторые виды акул, не новогвинейская, а, забыл название, бизанская, по-моему, акула, да. А они полностью речные, то есть они никак никогда не контактировали с океаном. Это полностью речная рыба, приспособившаяся к жизни в речных условиях. И, собственно, это крайне редкий вид акулы, но ее буквально изучать очень сложно, ее встречали вот тоже поштучно. Но, тем не менее, если вам когда-нибудь будут говорить, что видели акулу в реках, может быть, оно и есть. Кстати говоря, один раз нашли бычью акулу в Неве. Факт такой есть. Хотя откуда она там взялась, непонятно, как она вообще выжила, дойдя до Невы. Может, конечно, ее кто-нибудь появился и выкинул в реку, не исключено. Сейчас все, кто смотрят, не будут больше вообще купаться. Ну, справедливости ради, успокойтесь, в Неве это один раз было, то есть больше акул там не наблюдали. Ты понимаешь, это один зарегистрированный раз. Ну, нападений не было, так что надо успокоиться, ребят. Если бы это были еще и акулы там, поверьте, в Неве бы никто никогда не купался. В Неве чаще просто тонут. Или не тонут. Ладно, шучу. Конечно, просто так тонут. В общем, с акулами у нас речными нету. Успокойтесь. Дальше. Вот, собственно, серая бычья акула. Ее можно легко узнать по такой прям колобочной внешности, что называется, короткому рылу. Это вот действительно считается одна из самых опасных, если не самая опасная акула. Вполне заслуженно. Многие нападения, которые привязывают к белой акуле, на самом деле в итоге оказываются ее работой. Например, известные нападения в штате Нью-Джерси в 16 году, на основе которых, кстати, создали фильм и роман «Челюсти», это вот как раз на самом деле было ее рук дело, но все свалили на белую акулу, потому что тогда относительно недалеко от мест нападения поймали белую акулу, правда, всего трехметровую, но в речной зоне белые акулы не обитают. Они могут заходить в лиманы, что называется, и в некоторые, собственно, места соединения река и морей, но не дальше, чем километров, по-моему, то ли на 5, то ли на 10. Это редкость, в принципе, большая. Обычные акулы запросто. Нападения были там на расстоянии 80 километров от береговой линии. И, собственно, тогда это определили как бычью акулу, но СМИ решили, что чем больше акулы, тем лучше, плюс белая акула пострашнее, собственно, это привязали к ней. И в итоге на основе этой истории создали известный роман «Челюсти», а потом уже и сам фильм. На самом деле это была работа бычьей акулы, которая, в свою очередь, собственно, в реке и заплывала. Вот если будете в Австралии, в реках осторожнее, ребята, и в Южной Африке тоже, и в некоторых реках Флориды она тоже встречается. В общем, рекомендую вам изучать места, где вы собираетесь купаться и что там живет, прежде чем, собственно, погружаться или купаться, потому что нередко только именно из-за этого происходят атаки. Люди просто не знают, что здесь водится и как себя вести. Мы все знаем, что в Австралии лучше вообще. В Австралии прекрасно. Да, вообще надо на все смотреть очень внимательно, что оно может тебя сожрать. Ну, все равно, я лучше в Австралию бы съездил. После 2020 года Австралия уже не пугает. Там, я думаю, уже безопаснее всего, так что сгорело. Ну, ладно, на самом деле не сгорело, все выросло. Ладно, возвращаемся дальше. Не могу не сказать про фильм «Челюсти». Фильм, который создал, можно сказать, меня, мою личность, мою профессию. Сразу скажу, собственно, что фильм сделан на основе романа. У меня, кстати, он есть в оригинале «Челюсти». Книжка так себе, прямо скажу, это редкий случай, когда фильм лучше книги, действительно, книгу очень уныло читать. Не потому что она на английском, а потому что она реально унылая. Но Стивен Спилберг на основе этого снял фильм. Фильм возымел огромный успех, и сказать, что он повлиял на мир, это ничего не сказать. Во-первых, это самый известный фильм про акул, как ни крути, одна только музыка узнаваема всеми, вот эти мелодии Джона Уильямса. На фото, кстати, сам Стивен Спилберг в пасти механической акулы «Челюсть». Если когда-нибудь увидите такую утку, что типа чувак спас акулу, и в итоге она его теперь вот так вот холит или леет, это все чушь. Это Стивен Спилберг со съемок фильма «Челюсти». Просто я такую утку видел не раз, и мне ее кидали. Я всем говорю, ребята, это не настоящее, это просто Стивен Спилберг снимает кино, ему можно.
Вот. Ну, помимо положительных черт, фильм негативно повлиял на мировое отношение к акулам раз и навсегда. Многие в этот фильм не просто верят, они его цитируют, вплоть до ученых. Например, когда были нападения акул в Шарм-эль-Шейхе, я прям помню по новостям, какой-то специалист, то ли, специалист в кавычках, то ли из ВНИРО, то ли из какого-то другого промыслового вуза, просто цитировал цитату ученого из фильма «Челюсти», так называемые теории территориальности. Когда акула отбилась от стаи или одиночка, прибилась к определенной территории, питается там, пока у нее не кончится корм. Потом она кочует на следующую. И эту теорию еще в 60-е годы опровергли, а люди в 2013 году, когда были нападения, они в нее верят. Вы понимаете, насколько это, блин, ущербно? Не говоря о том, что она разрушена, люди в это до сих пор продолжают верить, считая, что фильм правдивый, и потому что там это типа ученый сказал. Хотя нет, такого нету. И акулы не подвержены людоедству, как утверждается в этом фильме. Это тоже 100 раз уже опровергнуто. Про это тоже как-нибудь отдельно можно лекцию сделать. Тут вариантов про акул много. Но сам факт, что из-за этого фильма акул стали ненавидеть, бояться, в свою очередь, пляжи, например, подали на Universal Studios и на Спилберга в суд, потому что в 1975 году людей на пляжах не было после этого фильма. А на фильм сходило много людей. Это первый фильм в истории, который вошел как под названием блокбастер. Это он создал это понятие. Он отец всех блокбастеров. Крестный, в том числе всяких там стилей, там, такого жанра как такового. И ужастиков про акул, которые потом снимали и снимают бесчисленное количество раз, хотя «Челюсти» так никто и не превзошел, даже близко не подошел. Он как фильм все-таки хороший, несмотря на негативное отношение, влияние и рекламу акул. Он реально хороший, я его охотно пересматриваю, я очень люблю этот фильм, но как фильм, не как история. Как история, тем более научный факт, это, мягко говоря, глупо. Это как воспринимать, я не знаю, как парк юрского периода, как документалку о динозаврах. Хотя все уже давно знают, что как бы ни разу. Хотя фильм хороший тоже. Опять же, Спилберг снял. Не могу не сказать еще, что этот фильм породил очень много охотников на акул по манерам персонажа по имени Квинт, который, собственно, акул убивал, добывал и типа очищал пляжи, и мстил за свою историю в этом фильме. Если смотрели, поймете, о чем я. Если нет, бегом смотреть, это классика. Смотреть знать надо. Заодно поймете, почему многие люди так боятся акул. Он действительно на этом играет очень хорошо для ознакомительных целей. Ну так вот, после этого акул просто так убивали, особенно в Южной Африке, что называется, охотились как на львов и считали, что хорошая акула – мертвая акула, и истребляли их сотнями, тысячами, и за этот период, вот до 90-х годов в Южной Африке, пока не ввели закон об охране больших белых акул, их истребляли нещадно и истребили почти всех крупных особей. Сейчас там, ну, 5-метровые особи акулы – это хорошо, это редкости – это хорошо, а в основном там 3-4-метровые особи – это подростки. Крупные, как раньше, там есть фото из Южной Африки, встретить там особь длиной 6 метров, говорили даже про 7-метровые экземпляры. Нет, там такого почти не встречаются. Это огромная редкость. Сейчас каждая 6-метровая и более особь регистрируется. А про 7-метровых, например, документально нет подтверждения таким особям, хотя теоретически могут, поскольку акулы растут, кстати, всю жизнь. Опять же, в помощь своему хрящевому скелету. Вот, собственно, после фильма «Челюсти» адовое количество просто всякого трэша и мусора в плане кинематографа, в плане кино вышло про акулы, продолжает выходить. Вот из недавнего это «Мег». Я, честно, даже, ну, посмотрел фильм только когда он по СТС недавно шел, я просто ржал в голос, потому что мало того, что фильм унылый, так еще и просто реклама, ну, он для китайцев снят, это видно, откровенно говоря. И акулу там как монстра предоставляют, но даже это показать нормально не могут. То есть его не смотреть неинтересно, и про, ну, как всегда, акула — это чудовище, монстр, все такое. Я не говорю про то, что есть всякий трэш, где, да, вот есть фильм «Атака шестиголовой акулы», до того была двухголовая, трехголовая, четырехголовая, пятиголовая, я не шучу, реально такой фильм есть, и это ужасно, не смотрите такое. Есть вот всякие противостояния типа «Мега-акула против гигантского осьминога». Я так понимаю, это такой жанр в духе
Годзилла против там Мегазорда какого-нибудь. Ну, Годзилла — это классика, что называется, даже сейчас приятно посмотреть, но это вымышленное существо. А это прям, ну, сами понимаете. Из-за Годзиллы хотя бы никого не истребляли. Вот, так что да, тут... да. Ну, Годзилла — это все-таки культурное явление. Вот один из моих самых нелюбимых фильмов — это фильм «Отмель». Абсолютно идиотский фильм, но почему-то многие его любят. Ну вот честно, фильм настолько идиотский, насколько это возможно, где просто на девушку нападает белая акула, которая перед этим съела еще двух человек, коренастых мужиков под 90 килограмм, и хочет убить ее, она стоит вот на этом буйке, поэтому там вдали от акулы плавает туша кита, типа откуда она пришла, ну почему-то акула не ест тушу кита, а ест людишек, разумеется. А на девушке от нападения акулы даже бикини не рвется. И мало того, акула там вот максимально безмозглая, просто тупая машина по поеданию. В общем, фильм ужасный. Ну ладно, не будем о негативе. Хотя нет, все-таки пойдется. Я не могу не затронуть тему супа из акульих плавников. Ну, она меня... сильно много не ругается в этом моменте. Да, да, я постараюсь. Я постараюсь не ругаться, все-таки нас могут дети смотреть. Но я надеюсь, что об этом будут рассказывать и родители, и все, кто посмотрел, детям, всем, кто ездит в Китай и верит в их кухню. Ребята, суп из акульих плавников – это зло, это дрянь. Во-первых, суп этот не имеет никаких полезных свойств, что бы вам ни рассказывали. Это не дальше, чем эффект плацебо. Клинические испытания это подтвердили. Никаких полезных свойств у плавников нету. Это просто хрящ. Более того, вот недавно я сам своими глазами, благодаря моей коллеге, которой прям поклон передаю, Диан, спасибо большое, что рассказала, показала, я нашел, что этот суп продают у нас в стране в пакетированном виде, причем за немаленькие деньги. Вот дальше фотографии будут мои личные, собственно, это издание. Я про это даже пост отдельный делал. Там написано, что этот суп типа полезен, потому что он содержит коллаген. Не, я не спорю, что в акульих плавниках еще есть коллаген, но он не усваивается людьми, во-первых. Во-вторых, гораздо выгоднее, если вы хотите для кожи или для каких-то косметических целей, просто использовать нормальную косметику. Так все это не имеет никакого научного подтверждения под собой. Более того, этот суп, мягко говоря, из-за него акул вырезают как геноцидом настоящим. Извиняюсь за то, что заикаюсь, просто вот ненависть прям страшнейшая. Ладно, продолжим. Вот, собственно, этот суп, это мои фотографии из торговой сети магазинов «Твой дом». Сразу скажу, я не призываю вас бойкотировать «Твой дом», там отличные продукты, но прошу не покупать этот суп, это реальный суп с плавниками, я его в глаза, что называется, знаю. Я эти упаковки не раз видел в документалках, я видел их на прилавках, ну, не лично на прилавках в Японии, это из Японии суп к нам приехал. Но, тем не менее, проверял, знаю, я знакомых, кто там был, видел, это он и есть. Он в таком консервированном виде, в духе доширака. Там реально есть акульи плавники. В Японии очень строго с этим составом продуктов, поэтому поверьте мне и им, там он есть. И сами видите, вот какая цена, это за 200 миллиграмм, миллилитров, простите, за 200 миллилитров супа. Он дорогой, и он того не стоит. При том, что вот посмотрите на состав. Вот он здесь переведен, вот как раз с коллагеном он, о чем я говорил, или вот сычуаньская кухня. Знаем мы Китай-Сычуань, особенно в свете последних событий. Лучше оттуда не потреблять продукты. Вот видно, акулий плавник. И здесь тоже акулий плавник. При том, что по остальным ингредиентам, ну, нормальный суп, абсолютно нормальный. Зачем там плавники? Может, они какой-то вкус добавляют? Нет, не добавляют. И это не только мое мнение, большинство людей, ну, кто работает по этой теме, более профессионально, чем я, они утверждают, и кто пробовали этот суп, говорят, что никакого вкуса они не добавляют. Они чисто из традиции, так сказать, и шаманизма, присущего китайцам их медицине и кухне, которые считаются, что суп с этими плавниками, он полезен, он, разумеется, повышает потенцию, лечит суставы, сосуды, ну, сами знаете, китайская народная медицина, кухня, все по классике, но, опять же, никаких подтверждений этому клинических, научных, фактических нету. Поэтому это глупо, и зачем туда плавники добавлять, нет смысла никакого. Но, к сожалению, добавляют, и это блюдо считается элитным. Это не потому, что китайцам якобы нечего жрать, я не раз слышал.
такой аргумент, что тут типа, ну, китайцев много, им нечего есть, вот они едят все подают. Нет, нет, ребят, ничего подобного. Этот суп – блюдо для элиты. Вы, опять же, обратите внимание на стоимость. У них этот суп не подается в каждой второй рыгаловке, забегаловке, типа Макдональдса китайского. Он у них подается на званых банкетах, на бизнес-форумах, на местных свадьбах обязательно, как у нас, я не знаю, черный икра, например, у богатых людей. И, кстати, вот говоря, за черные икры, собственно, у нас айситровые, ну, достаточно редкая рыба стала, особенно крупные породы и виды. И то же самое происходит с акулами. В некоторых случаях 90% популяции истреблено. Если не верите, дальше получите доказательства наглядные. Сейчас они будут тоже. Но тем не менее, то есть единственный смысл этого супа с плавниками – это статус. Он показатель статуса, поскольку этот суп считает… Ну, он подавался у знаменитой династии Мин. Но одно дело, когда одна династия ест такое дорогое блюдо, и другое дело, когда очень много престижных, успешных китайцев, а их много, давайте смотреть, собственно… Правдиво на факты, что в Китае достаточно много бизнесменов успешных, и они всегда на каждом своем мероприятии дорогом этот суп едят в огромных количествах. Если его нету, это не почетно, это, к сожалению, все, это позор. А вы знаете, как китайцы, в принципе, азиаты относятся к таким вещам, как позор, честь и тому подобное. Но примитивные традиции, к сожалению, у них вот... Они первичные, к сожалению. Хотя стоит все-таки отдать должное, в Китае сейчас, с недавних пор, тоже появились акционеры против акульего супа, добычи акул. Я даже, собственно, общаюсь с некоторыми такими людьми, пытаюсь их как-то поддерживать. Там банальное максимум, что могу делать, это репосты их новостей в инстаграмах, в соцсетях. Но все-таки, или вот призываю вас не покупать этот суп и говорить всем своим друзьям, знакомым, кто поедет в Китай, кто будет там или кто вот будет в магазинах, не покупать, не заказывайте его в ресторанах в Москве и в других регионах. Есть китайские страны, где эту гадость подают, и да, привозят к нам эти плавники, и это ужасно. Сейчас покажу, почему, собственно. Вот сколько партия плавников за день. Это за день на одной крыше в Гонконге. Таких крыш в Гонконге сотни, если не тысячи. Ловят всех акул, вообще всех, всех видов. Краснокнижных, некраснокнижных, детенышей, взрослых. Никаких квот в азиатском регионе нету. И им абсолютно плевать на то, как эти акулы потом будут, и то, что у акул, извините, репродукция происходит раз в несколько лет. Например, вот, как я говорил, у лимонной акулы беременность 3 года, и она еще год отходит, она рожает всего 20 детенышей, из них, дай боже, 2-3 доживают до полового созревания и продолжают, собственно, род. Остальные, как правило, погибают в хищниках. Детенышей тоже ловят спокойно вообще. При этом, не говоря о том, что у акул заживо отрезаются эти плавники, и ее еще живую бросают в море умирать. Она умирает долго, до суток и более. Эти животные очень выносливы, но, тем не менее, это вот очень жестоко, это очень больно смотреть. И ну, ребят, конечно, я все понимаю, мы можем бояться животных, но ни одно животное не заслуживает такого прям геноцида, да еще ради каких-то традиций, которые у вас навеяны старика, ну, старшим поколением на абсолютно необоснованной почве. И честно, вот не было бы претензий, если бы китайцы их разводили как сельскохозяйственных животных. Это, по идее, возможно. Например, на Багамах так в садках разводят лимонных акул для научных целей, но тем не менее. Есть виды акул, которые отлично разводятся в неволе, те же кошачьи акулы. Я бы вообще слова не сказал, если бы это были сельскохозяйственные виды. Но они этого не делают. Китайцы мало того, что вылавливают акул во всем Индийском океане, где могут дотянуться, они покупают его у других стран, покупали до недавнего времени у Украины. Кстати, Украина не так давно очень сильно ограничила экспорт плавников, вот, собственно, мясо катрана, честь и почет украинцам за это. Оставим политику. В этом плане прям молодцы, ребята, низкий поклон вам. Покупают у других стран в огромных количествах. У Британии, у Испании, у Италии, у Греции, у Египта, у Мексики, у Штатов до недавних пор. Сейчас там в Штатах активно ведется борьба, чтобы даже, ну, все, так сказать, ниточки, через которые можно продавать и добывать акул для этого,
закрыть, но это очень тяжелая борьба, потому что там огромные деньги в этом бизнесе крутятся, реально огромные, хотя меньше, чем в дайвинг-индустрии, экотуризме, но тем не менее. В общем, в ряде стран их просто тупо закупают сотнями, десятками, миллионы акул. В среднем 70 миллионов акул за год добывается. 70 миллионов. Это подтвержденные цифры. У китайцев есть на этот счет прям официальные цифры. Это усредненные. Может и больше. До 100 миллионов. Я помню, за 16 год было 100 миллионов акул выловлено. Недавно вот была новость. В этом году контрабандистов арестовали. Они перевозили крупнейшую партию на гонконгский рынок акульих плавников, исчезающих видов акул. Как раз лисий, что мы раньше видели, вот с длинным кончиком хвоста, и шелковый. Там было 26 тонн акульих плавников, 26 тонн только плавников, это 38 500 акул. Ну, ребят, это сзади, вы понимаете, сколько это же просто ужас какой-то, едва не ругнулся сейчас. Но это... Держись себя в руках. Я держу себя в руках, да, ничего страшного. Вот. Вот, собственно, у нас рынок рыбный в Индонезии. Как это ловится? Туши акул не потребляются у китайцев, поскольку мясо акул достаточно ядовито все-таки. Про это тоже отдельно как-нибудь поговорим. Плавники, вот видите, у человека отдельно отрезаны, и они идут на китайский рынок. Причем в Индонезии людям платят за их добычу гроши, вот как раз там 3 бакса за килограмм. А в Китае их продают там за, по-моему, $300 может порция некоторая стоить. То есть кошмар, конечно. И поэтому люди это делают не потому, что... Ну, в Индонезии делают это не потому, что, так сказать, это дело их жизни, а потому что страна бедная, надо как-то добывать. Там многие рыбаки, собственно, хоть какие-то гроши там получают, чтобы, собственно... прокормить семью, себя, чтобы детей отдать в школу. Образование все-таки в азиатском регионе не везде все еще есть хорошее. В свою очередь, некоторые люди, например, пытаются переубедить рыбаков заниматься не рыбалкой, а экотуризмом, собственно, о чем мы видели, особенно по части дайвинга. Тем более, если местные знают, где много акул, прям подарок, и поэтому деньги получают они хорошие. Со скрежетом пополам это идет. Боюсь, как бы только поздно не было для некоторых видов акул. Например, в Индонезии 80% популяции некоторых видов акул, ну, уничтожены по факту. И раньше, где их было много, сейчас вы их не найдете. Например, в Штатах вообще-то вот длиннокрылых акул уже вы не найдете. Вот практически никак. Рыб-молоты там мало где встречаются, только если уже на Багамских водах, где акул вообще запрещено добывать в любом виде. Но все-таки... Вот так эти плавники продаются на китайских рынках и в некоторых, кстати, отечественных магазинах, как мне рассказывали. Я просто эти магазины не посещал, но сказали, что там эти банки видели. Я, честно, не хочу туда ходить, я, скорее всего, сожгу просто это место. Не надо незаконной деятельности, мы тут все-таки цивильные люди. Но вот если такое увидите, вы когда будете где-то, не покупайте, не ведитесь. Это не более чем плацебо, шаманизм и просто уничтожение вида. Вот. Прям уничтожение, геноцид. И это все, конечно, ужасно. В этом плане страшно. Опять-таки, китайцы за это получают огромные деньги. Вот можете прям видеть. Ценник $268 000, что ли. Вот. Качество, к сожалению, не очень, но сами можете понять, оно может стоить очень много. И деньги в этом крутятся огромные. И, например, в Мексике тех, кто ловит акул, прикрывают местная мафия, коррумпированные чиновники. И они могут говорить, что они защищают акул в определенных водах, а с другой стороны их ловят в огромных количествах. До недавнего так даже в заповедных водах ловили, например, на Галапагосских островах, где был Чарльз Дарвин, там буквально... В 2006 году, вот про это есть фильм даже, «Sharkwater» называется, снятый Робом Стюартом, очень рекомендую этот фильм, правда, он довольно жесткий, но очень честный. Там ловили браконьеры в заповедных водах акул, им было плевать абсолютно, и более того, их там еще и прикрывали, а потом, когда вышел этот фильм, народ реально стал защищать акул,
И действительно появились законы на Галапагосах. Сейчас акул ловить запрещено в любом виде. И там некоторые места вообще флот местный охраняет, и австралийский тоже. Ну, торпедные катера, там что-то из этой оперы. Но все-таки, то есть, начали защищать, поскольку деньги от туризма, они лучшие. На острове Кокос, где происходит знаменитая миграция рыб-молотов, наверное, видели фотографии, там сотни тысяч рыб-молотов, там тоже до недавних пор ловили акул, сейчас прекратили, сейчас там... буквально заповедная отличная зона, и там, кстати, охотно берут некоторых людей, даже из туристов, волонтеры, чтобы помогать за этими акулами следить, видео снимать, но это отдельная область экотуризма, про это тоже как-нибудь отдельную лекцию запишем, если захотите. Там, в общем-то, сейчас, например, в этом году засняли впервые в истории спаивание рыб-молотов. Вот. Это место давно известно, еще с 50-х годов, и только в этом году засняли это уникальное событие, а может и роды заснимут. Потрясающе же. Вот, пожалуйста, наглядная демонстрация, что это работает, в отличие от этих плавников, которые потребляют, и как бы азиатам, к сожалению, в основном все равно на них. Собственно, я закончил презентацию, спасибо за внимание. Есть еще видосики, я не знаю, кто-нибудь хочет посмотреть, я, собственно, отдельно отложил. Лес рук, я просто всеми руками ногами. Хорошо, хорошо, давайте посмотрим. Так, вот это я уже показывал, это я тоже показывал. Вот, вот роды, кстати, лимонные акулы. Вот хорошо видно. Так, я выключу видео. Здесь вот у нас малек, щенок, что называется в оригинале, лимонные акулы. Он плавает в мангровых зарослях, в лиманах акулы эти рожают всегда там. Вот у нас самка, собственно, 3 года вынашивает детеныш. Вы себе представьте, 3 года беременность, это же с ума сойти. Вот, она, по-моему, одна из рекордсменов в этом плане, больше всех вроде. Вот, вот можно видеть, собственно, как акулята постепенно у нее рождаются, у них яйца живорождения, и вот, собственно, акуленок, вылупляется, хотел сказать, рождается, перегрызает пуповину, ну, вот-вот его можно видеть, и все, он сразу готов к самостоятельной жизни, пытается убраться от матери, потому что она еще в течение года до родов не ест ничего, только на запасах жира живет, которые кушают акулята. Вот понимаете, на каково это? Думаю, что нет. Вот, собственно... Странно, а почему она так делает? Она сначала набирает запасы, собственно, питательных веществ, жира плюс яйца неоплодотворенные, а потом, собственно, акулята живут за, ну, за счет этого, а она, в свою очередь, идет в место, где, собственно, их рожать. Ну, собственно, такой механизм у них. Вот, собственно, видите, акуленок сразу прячется в мангровые заросли, где никакой крупный хищник до него не дойдет. Вот, например, на Багамских островах, где этих акул очень много, там этих щенков находят, отлавливают прям, буквально в береговой зоне ставят садки, вот просто из сетки, буквально строительной. И там этих акулят растят, показывают на них какие-то опыты, ну, такие нормальные человеческие опыты для студентов и волонтеров местных. И, в свою очередь, когда они подрастают, их выпускают, в итоге получается интродукция популяции. Вот, ребята, отлично, как это может помогать и работать. Дальше. Ну, тут видео атаки акулы. Ну, вот хочу вот такое видео показать, довольно интересно. Часто спрашивают, как избежать атаки акулы или как это происходит. Вот, например, здесь классический пример, как такое бывает. Здесь у нас человек, который погружается в мутную воду, где-то, я думаю, что в Южной Африке, скорее всего, с ружьем. Во-первых, акулы знают очертания человека с подводным ружьем и его шум под водой. Они прекрасно этот шум знают и на него приходят. И вот могут уже, в принципе, рядом где-то плавать, а вы не увидите. Но, собственно, к чему я? Первая ошибка здесь – это погружаться в таких условиях. Очень мутная вода. В таких условиях акулы отлично охотятся. Как я и сказал, зрение у них, их способности. Они прекрасно здесь видят, ориентируются. Вы ее не увидите до последнего. Сейчас вы это увидите. Вот он доплыл до дна, осматривается и, собственно, здравствуйте, вот 4-метровая особь, и вот она сейчас прямо на него идет, и вот в последний момент передумала, как видите, а иногда не передумывает, и вот, собственно, чувак, разумеется, сразу у нас пытается всплыть, правильно делает, и опять-таки она рядом, не надо думать, что она ушла от него, она рядом плавает, и не надо даже видеть, чтобы знать, где он, она его слышит прекрасно. Вот он кричит, типа, white, white. Вот акула-то рядом присматривается.
Ну, он дальше в итоге спокойно выбрался, можете за него не переживать. Вот, собственно, один из наглядных примеров, как такое бывает. Иногда людям не везет, поэтому внимательнее с тем, где погружаетесь. Вот, кстати, еще одно видео от Кристины Заната, вот ее страница. Если кому-то интересно, подпишитесь обязательно. Вот видите, она как, собственно, вот у нас умеет целовать акул, но она сначала чешет им морду, собственно, и рострум, но при этом целует не в лицо, как я вот ранее рассказывал. И вот сами смотрите, вот она перестала чесать, акула сама к ней идет, она не пытается атаковать, она может. Подчеркну, что это дикие животные. Сами видите, животные спокойны, они не настроены агрессивно. Вот, можно парочку акул сразу. За счет этого ее прозвали, собственно, заклинательница акул. Вон там, кстати, еще акула-нянька подползает, видите? Ну вот, что за милота? Вот про это вам в СМИ, в ужастиках не расскажут. А вот это реальная жизнь, как оно бывает. Вот, кстати, можно видеть, что карибские ифовые акулы как раз не могут постоянно не плавать. Отличие от некоторых. Ну, кстати, видов. У нее на удивление мало подписчиков, аж подозрительно. Ну, там 300 чем-то человек. Увеличиваем, ребята, увеличиваем. Это надо исправить срочно, ребята. Исправляйте, исправляйте. А вот это видео от моей знакомой, которая живет во Флориде, у нее, собственно, дома несколько акул домашних, кошачьих, о которых я говорил. Вот в данном случае это вот эполетовая акула. Сейчас. Эполетовая глазчатая азиатская акула, посмотрите на вот это детеныш, ну милота же, она, видите, ходит. Я про них недавно пост делал, вот эблеофар от мира акул, это взрослая уже особь, вот с ней еще рогатая акула, вот как их кормят щипцов. Она, кстати, здесь не в акваме, а в тазике, но она себе может позволить тупо в тазике их держать. Ну, она рассказывает здесь на английском, я звук просто не включил, вот из-за чего я называю глазчатой из-за рисуночки. Вот этого вот напоминающего глаза, он помогает, так сказать, сбить с толку хищника, чтобы он не сориентировался, как на нее напасть. Вот, посмотрите, ходячие акулы, без пяти минут ящерка. Вот. Очаровательные создания, очень милые, очень умные, действительно, прям вполне себе к рукам привыкают, если захотите с ними контактировать, но это все равно для опытных аквариумистов, особенно если ну, в морской части, и для людей, которые могут себе позволить. Но сам факт. Вон, видите, карабкается дитё. Невозможно же. Действительно, ящерица и прям вот мими. Ну вот эволюция, ребят. Вот кто не видел эволюцию, вон, без пяти минут, выходи на сушу. Про это, кстати... Ползёт в сторону. Вот, кстати, яйцо кошачьей акулы и палета. Видите, он внутри акулёнок. Вот, собственно, там пишет. Вот. Она подробно, ну, достаточно подробно рассказывает, отвечает на вопросы, если что. Можете ей написать на английском, она живет во Флориде. Канал называется Aquaparel. Если интересно, заходите, подписывайтесь, ребята. Надо тоже увеличить ей число подписчиков. А то, ну 5000, но все равно увеличиваем. Не сравнится с количеством людей, которые посмотрели челюсти. Непорядок. Непорядок. Еще интересное видео. Вот, кстати, вот это интересное видео с Ютуба. Если помните, я говорил в начале видео, что есть один вид акулы, который не хищный. Не совсем так. Это открыли в 17 году, что вот есть такой вид акулы, лопатоголовый рыбомол. Самая маленькая среди рыб-молотов, и выяснилось, что она может потреблять в пищу растения и усваивать их. О как! Не говорите только вегетарианцам и веганам радикальным, не надо. А то они совсем уже офигеют. Но она это делает строго в тех условиях, когда больше другой еды нету. И может спокойно рацион доходить до 90%. То есть реально приспособленческая реакция. Вот, пожалуйста, видео. Это в аквариуме снято. Вот, видите, там кусок у нас салата. Акуленок плывет и спокойно ест без всяких проблем. Обычно они вообще игнорируют это. То есть растительную пищу они, в принципе, не рассматривают. Здесь сразу взял, съел. Пожалуйста. Так что вот. Но опять же подчеркну, что так-то вид хищный. И, кстати, такой вид есть в аквариуме, можете его посмотреть, там одна особь живет. Акула не очень большая, всего метра полтора вырастает, но она лабораторный вид, что скажу сразу. Они прекрасно плодятся в неволе, и, собственно, на них эксперименты, опыты ставят, изучают их как лабораторных животных. И вот только буквально недавно узнали о таком. Сколько еще тайн у этих животных, просто, мам дорогая, можно бесконечно этим заниматься.
Вот. Вот еще интересный момент, интересное видео. Здесь у нас белая акула, и здесь наглядно можно увидеть, как выпадают зубы. Вот, прям видите? Вот, собственно, так зуб отправляется на дно океана, и следующий встанет на место. Еще, кстати, видно, что акула заворачивает глаза. У них нету век, вот у белых акул. У некоторых есть мигательное веко, как у крокодилов, например, для защиты глаз. А белая акула, она просто их заворачивает за глазницу, чтобы не повредить. Вот, прям видно хорошо. Вот, видите? Не очень приятное зрелище, но зато помогает ей не пострадать. А акулы очень трепетно к глазам относятся. Все-таки, как видели, у них глазные участки мозга достаточно важны, хотя даже без глаз акулы спокойно могут добывать себе пищу. Падаль никто не отменял. От падали акулы не откажутся никогда. Еще забру попадать. Вот. А это у нас что? А, вот это, кстати, тоже довольно интересное видео, но сразу скажу, что оно немножечко жестко. Так, сейчас, извините, реклама. Надеюсь, за это не забанят. Ну, так. Понимаешь, мы увеличиваем продажи рекламы. Так, это не то видео. Вот это интересное видео. Это уникальный видеоматериал, снятый в австралийском океанариуме. Это полный цикл репродукции песчаной акулы, которую мы уже не раз сегодня видели. Посмотрим еще. Снят он Марком Смитом, мировым специалистом в области акул. Он прямо отличную книгу написал, которую я очень долго читаю, перевожу, к сожалению, о том, как содержатся акулы в неволе. У него прямо так и называется книга «Акулье хозяйство». Собственно, там и история океанариумов, и содержание акул, и их дрессировка самая примитивная. Очень интересная книга, рекомендую поискать. Марк Смит человек. И вот первое, что мы видим, собственно, такое преследовательное поведение. Вот у нас вот песчаная акула, самка. Как раз можете видеть, если кто-то слушал, хорошо, прям увидите отличительные черты данной особи. Далее, собственно, самец преследует самку и вот так вот касается морды ее кончика хвоста, самка его видит в этот момент, она чувствует, то есть он проверяет ее расположение. Если она не готова, не хочет, она просто уплывет или может даже атаковать. Если она не против, как бы он ее, соответственно, приглашает. Приглашает своим образом. Сейчас мы это тоже увидим. Вот, он скрещивает кластер с тригоподией. Вот, хорошо видно. Это, собственно, так сказать, намек. Тонкий намек. Романтический у акул. А вот дальше сейчас будет немного жесткое зрелище, если у вас нежные дети или вы сами, не смотрите. Самец хватает самку за жабры, что называется, и за грудной плавник, и, собственно, пытается ее перевернуть. Зрелище, конечно, прямо скажем, такое, романтикой здесь не пахнет. И сразу вспоминаем, зачем им плакоидная чешуя, которая, собственно, очень прочная. Для справки, я как-то пытался, ну, я делал таким акулам укол в океанариуме, игла вот такенная, раза с третьего пробивает шкуру, так что зубы, они спокойно переваивают, так сказать. Но все равно, видите, нежностью здесь даже и не пахнет. Ну, что делать? Он должен ее перевернуть или положить на бок, чтобы, собственно, оплодотворить. Дальше там идет такой момент, когда не надо в этот момент находиться в аквариуме, потому что, видите, она в процессе стресса может другую акулу схватить, и получается странное зрелище, но это мы пропустим. Вот, собственно, у нас идет копуляция или, собственно, спаривание. Видите, он с одной стороны ставил тригоподии, другой слева, собственно. Вот, собственно, с какой пристроился, с той и оплодотворил. Процесс длится обычно около 5 минут. Здесь ничего такого специфичного нету. Он может в некоторых случаях самку перевернуть, чтобы ее тоже в тонической неподвижности ввести, как, собственно, делали дайвер у нас на гифке ранее в презентации. Произошла, собственно, вон семяизвержение, вы могли сейчас видеть. Он ее отпускает, соответственно, все. И они расходятся, как в море корабли. Ну, или как подводные лодки. Это более точное определение. Вот. И дальше, спустя полтора, по-моему, года, у нее рождается акуленок. В данном случае один. Видимо, он все-таки во вторую матку залез и сожрал свою брата, сестру. Дайвер в этом случае помогает, потому что акуленок может застрять, его просто нужно потянуть за хвост. Это отдельная процедура, и нормально так делать. Вот, собственно, видите, он ее тянет, вытянуть он может. Сейчас вот он, малыш, с днем рождения. Ах ты наш маленький убийца. Вот, сразу готова уменьшенная копия своих родителей. Вот, уникальное видео. Пропорции, как у взрослого.
Ну, пропорции, да, собственно, просто уменьшена копия взрослых, поскольку у акул нет, опять-таки, личиночной стадии, то есть в этом плане они, на самом деле, более прогрессивные, если так посмотреть, хотя у нас все время говорят, что они поимитивны, но только за счет скелета и простоты их внутренней конструкции. Ну, собственно, все на этом. Что ж, надеюсь, вам понравилось. Если у вас есть какие-то вопросы, с огромным удовольствием отвечу. Задавайте, или пусть наш админ зачтет, отвечу. Никита, просто да. Знаю, там столько благодарностей, столько восторга от людей в чате, мне в личку написали. Хорошо. Нас человек 50 смотрел, вот больше всего 50 человек, там 50 с чем-то было. Сколько сегодня? Вот прямо сейчас 40 смотрят. Ну, 10 человек что-то отвалилось. Они на моменте там, ну, наверное... Ну, понятно. Они ждут запись, наверное. Запись будет же, так что... Ну, запись, но вопросы они не зададут. А вопросов, я тебе скажу, довольно много. Поэтому я хочу тебя спросить. Ну, давай, давайте на все ответим. Сколько у тебя времени есть? Я свободен. Я полностью свободен. Я весь ваш, пожалуйста. Думаю, люди будут не против, если больше 2 часов лекция, потому что информация... потрясающе, вот ты иначе не скажешь. Пока люди там напоминают про свои вопросы, я сейчас зачитаю от одного человека. Ты что, лично тоже можете писать, я с охотой на них отвечу, как бы без проблем. Мы ссылочку скинем на Никиту. Да. Так, давай, все, я зачитываю. Давай, сколько слушаю. Акула может быть без еды? Не уточняется, какая. Здесь зависит от вида. Некоторые акулы могут обходиться без еды до 1,5 месяца. Это известно у белой акулы, у 4-метровой особи, это подросток, подчеркну. Она вот, за ней долго наблюдали, она съела ворвань кита, по-моему, на 90 килограмм, и она 1,5 месяца после этого ничем не питалась. Расходы, собственно, вот... Этот запас ворваний, скорее всего, у них еще есть личные запасы. Опять-таки, у акул еще такой важный момент, у них огромная печень, 25% от массы тела. Акулы – это ее печень, которая ей необходима как запас питательных веществ и для положительной плавучести. Если отрезать кусок печени акулы и кинуть в воду, он плавает, у него положительная плавучесть. И, собственно, там много запасов веществ, и акуле не каждый день удается поесть. Вы не думаете, что это правда в фильмах, что она все время плавает, жует. Нет, нет, они едят очень редко. Более того, у меня в океанариуме акулы иногда капризничают, хотя мы им даем разные. Вот буквально недавно, например, они отказывались от наваги. Кстати, люди как раз спрашивали, сколько раз кормите в океанариуме и чем? Вот. Кормим максимально естественными кормами, в частности, рыба, кальмар, рыба разная, опять-таки. В частности, у моих акул самое любимое блюдо – это горбуша. Они на нее как подростки на чипсы налетают, сразу очень прям радуются этому. Еще кальмар, обычный командорский, иногда тушками, иногда почищенный, без разницы, акулы все переваривают, у них очень хорошо с этим. Хотя переваривают они медленно. Это, кстати, возвращаясь к вопросу, почему они могут так долго не есть. То есть они очень медленно переваривают, у них медленный обмен веществ, медленно сжигают, у них огромное количество мочевины из-за этого, поэтому они могут не питаться долго. Это выносливые животные. Так вот, возвращаясь к чему, чем мы их кормим. Помимо этого, даем навагу, даем нататению, даем хек, в общем, балуем по полной. Кошачьим акулам еще и креветки даем, мидии даем, потому что поменьше все-таки. Можно к вам в океанариум акулы? Платили бы мне по 100 рублей каждый раз, когда я это слышу. Я бы уже, наверное, самолет себе купил. Или сразу поехал бы в Австралию, мне бы на билет хватило. Каждый раз это нет, нельзя. Никаких двуногих, никаких людей. Я не умею кормить людей. Я не знаю, что они едят. Меня этому не учили. Я не читал. Так. Вот. Да, давай следующий вопрос. Слушаем. Какая самая известная акула-долгожитель? О, хороший вопрос. Если говорить про конкретно долгожителя, здесь пальму первенства удерживает гренландская акула. Это самое долгоживущее позвоночное животное на сегодняшний день. Она живет 392 года. Это официально задокументировано, сколько она живет. И сказали, что она еще 100 лет проживет. Это не предел. То есть, думайтесь, это животное родилось еще когда там Крымская война чуть ли не шла. Это же ужас какой-то.
Но стоит заметить, что это животное столько живет по причине того, что живет, собственно, в арктических водах на огромной глубине до 6 километров. Она совершенно не опасна для людей. Я ранее рассказывал о том, как ее мясо потребляют. И она питается падалью. И вообще, как бы, это очень медлительная рыба. Она плавает 3 километра в час. То есть метаболизм там еще меньше. Опять-таки, она очень долго, медленно все перевариваетт. Не говоря о том, что в глубине, на пучине морской, еду найти... Это не такое частое явление. Сколько она без еды обходится, неизвестно. Я не удивлюсь, если и годик-другой. И, кстати, еще такой момент. Установлено, что у них половое созревание только в 150 лет. То есть вы представляете себе, есть акуленок какой-нибудь, он нас всех переживет там, и это акула тоже. А он еще девственником будет. Сразу отвечу на вопрос, как определили возраст. У этих акул его определили с помощью радиоуглеродного анализа сетчатки глаза. Определяли возраст углерода у нее, собственно, в сетчатке глаза. Это самый сложный, но самый точный, более-менее, метод определения их возраста. Есть еще другой, он подешевле, попроще, но он не настолько точный. Он основан на том, что мы берем позвонок акулы, ну, разумеется, акула при этом мертвая, и считаем кольца. У них откладывается радиоизотопы углерода после каждого цикла жизни. Но есть такой нюанс, что, во-первых, это видно только под микроскопом, достаточно хорошим, если не электронным, то очень мощным. И в какой-то момент происходит такое, что у акул, во-первых, начинает не одно кольцо в течение года, а два кольца, а потом три кольца. У некоторых акул, вот чем она старше, тем больше колец, и их больше становится... к центру сечения позвонка, и там уже чисто физически посчитать их очень сложно, даже на электронном микроскопе, поэтому точность этих измерений, ну, она не стопроцентная. Так, например, самая старая белая акула, которую прям официально находили, самец 70 лет, самка 40 лет, но считается, что как бы до 100 лет они тоже могут теоретически прожить. Ну, то есть, если самцы живут 70 лет, ну, самки тоже, скорее всего, поскольку самки, в принципе, у акул в этом плане матриархат. И как бы в большинстве случаев самки там живут дольше самцов, и в целом они перспективнее, что называется, феминизм такой небольшой, но все-таки. Вот. Еще долгожитель в плане, так сказать, и самая известная акула, это китовые акулы. Точно известно, что до 100 лет они доживают, но сколько максимально, неизвестно. Угу. Спасибо. Так, давай следующий вопрос, и будем к вопросам из чата переходить. Там отлично, тоже много интересных написали. Хорошо, давай. Ты упоминал про яд в плавнике. Можешь рассказать поподробнее, какой по действию, что он вообще из себя представляет? Яд белковый, он ничего страшного из себя не представляет. Он очень похож по своему химическому составу на яд скатов хвостоколов. Вот, кстати, у меня тут есть рядом шип ската, вот, пожалуйста. Сейчас на нем яда нету, поскольку он уже сухой, так он обычно покрыт таким слоем кожи, и в нем как раз вот в этих желобках, если присмотритесь, надеюсь, видно, там, собственно, яд. Меня один раз такой скат колол, поверьте, больно. У меня дня 3-4 рука болела, а когда первые пару часов, прям очень неприятно. Он не то что нервно-паралитический, но судороги возникают, сильная жгучая боль. А и когда двигаешь рукой, прям чувствуешь, как у тебя боль растет, как она вот поднимается с кровотоком. Если правильно осуществить все действия, ничего страшного не будет. То есть яд не смертельный, это не черная мамба какая-нибудь, и даже не габонская гадюка или что-то такое. Ну, в первую очередь, руку сразу помещайте в горячую воду, максимально горячую, какую можете держать. Яд денатурирует, поскольку он белкового происхождения. Минимально шевелитесь ей и, в принципе, употребляйте разного рода антигистамины и на всякий случай не противорвотные, я забыл название. Антигистамины? Препарата. Да. Ну, то и сейчас. От аллергии на всякий случай. Антигистамины, да. Да, аллергические реакции известны просто на яд, не смертельные, но очень неприятные, очень болючие, то есть очень больно. К слову, да, я сразу предрекаю вопрос, если он будет, именно скат хвостокол убил Стива Ирвина, известного охотника за крокодилами, так называемого, телеведущего, именно этим шипом, только подлиннее, конечно, скат ему попал прямо в сердце, именно шипом, но это...
Это уникальный случай, то есть как бы, чтобы такое допустить, это я не знаю. Но Стив известный был, сорвиголова в плане общения с животными, тут он, к сожалению, поплатился. Очень жаль. Так, еще маленький вопрос от меня. Давай. Ты не показал кучу зубов. Куча зубов? Так, куча зубов. Сейчас попробую показать. Я зубы собираю в нашем акулятнике, поскольку они выпадают постоянно. Ну, я не знаю, надеюсь, видно. Вот, да, ребят, видно. Здесь много зубов, в основном здесь серо-голубые акулы, белоперо-рифовые акулы, черноперо-рифовые акулы, и есть еще песчаные акулы. Собственно, иногда беру, собираю, просто так для себя, я из них трофеи не делаю, сувениры тоже, и это недостаточно, там слишком их мало. Вот, чисто по приколу. Я хочу, на самом деле, однажды у одной знакомой таксидермистки, надеюсь, она, кстати, это видео и стоим смотрит, сделать макет челюсти, именно макет, то есть зубы собрать и сделать вот такую же штуку, но серо-голубой акулы. Но зубов надо еще много. Еще около 180, по моим подсчетам. У тебя еще много времени впереди, так что насобираешь. Посмотрим, хочется верить. Что ж. Так, все тогда к вопросам из чата переходим. Отлично, переходим. Вот, сейчас первый попавшийся. Он да? Еще где-то в середине стрима появился. Ну, надеюсь, человек... И он довольно... Ну, да, на чем это с интересного вопроса? Существуют ли мегалодоны? Я понимаю, это тоже, если бы давали по 100 рублей за каждый раз, когда у тебя это спрашивают. Ну, про это не одно видео есть. Есть видео отличного палеонтолога Ярослава Попова. Вот он прям отвечает там конкретно на мифы о мегалодоне. Очень рекомендую. Отличный. Тоже видео. Вот, очень классно. Мы с ним общаемся. Я ему как где даже помогал. Прям рекомендую. Скажем конкретно. Сейчас мегалодон не... существует. Ребят, никаких документальных подтверждений этому нет. Я понимаю, что все хотят, чтобы он жил. Я бы тоже не отказался, но, увы, документальных подтверждений этому нет. Насчет того, существует ли он существовал, он жил, это доказано, поскольку мы находили ископаемые останки, но сейчас конкретных случаев доказательств того, что он жив, нету. Какие конкретно это должны быть доказательства? Во-первых, самое банальное, вот у меня есть в руках вот акульи зубы, вот можете видеть. Заметьте, что они белые, они кристально белые, они не окаменевшие, как все зубы мегалодона. Вы могли видеть 100 раз фотографии этих зубов у его. Они всегда окаменелости. Чистый новый зуб акулы, даже если он лежит, я не знаю, ну лет 100, он не покроется окаменелостью, ну не станет окаменелостью за это время. Он будет вот такой же, потому что это одна из немногих частей акулы, которая сохраняется в жестких условиях океанского дна. И, собственно, поэтому их палеонтологию изучают, и поэтому это крайне трудно. Но, в первую очередь, все-таки зуб будет чистейший. Прям будет видно, что он недавно выпал у этого животного, значит, оно живо. Так находят, например, зубы прямо реально редких акул, которых не видели уже лет 100, ну, свежие. То есть, возможно, они еще живы, но их давно не видели. Вот тех же речных акул, о которых я говорил, их зубы в песках удачно находят. То есть, значит, они там еще живут, несмотря на то, что их там 10 и более лет не встречают. Ну, просто акулу найти даже в реке, в озере, это огромная проблема. Второй момент. Нету ни одного видео, фото настоящего. Очень много фейков, огромное количество. Есть даже псевдодокументальные фильмы от всеми нами любимого канала Animal Planet про то, что мегалодон якобы жив. Я его смотрел, я, честно, ржал и матерился одновременно, потому что там видно, что это просто, что называется, клюква акулья, потому что там плохо нарисованная на компьютере акула, псевдофотография мертвого кита с прям идеально ровным откушенным боком мегалодона, хотя про то, как питался мегалодон китами, это вот как раз у Ярослава Попова в лекции можете посмотреть, там он про это рассказывает, как он, скорее всего, на них охотился, и что, скорее всего, он падальщик был, и на это есть реальные какие-то приметы и доказательства. Самое главное еще такой момент, что вот реально есть много редких видов животных, которых хоть как-то засняли, зафотографировали, например, там сумчатый волк. Есть фото, есть видео. Есть видео гигантского кальмара, который 17-метровый, вот такой кракен настоящий. Есть видео его даже живого, понимаете? Хотя не все верят, что даже он есть. А в мегалодона почему-то люди очень хотят верить. Хотя вот кальмар есть факты, подтверждающие, что он сражается в морской пучине с кашалотами, есть и остатки их тел, выносит детенышей.
Несколько раз их даже ловили, разумеется, их никуда не сажали, но все-таки это есть, это можно найти. Про мегалодона нету ничего. Да, нам хочется верить, что он есть, что он обитает, как в фильме «Мег» в Марианской впадине где-то. Может быть, теоретически все может быть. Мы океаны исследовали на 5%. Может быть, когда-нибудь и откроем, кто знает. Я бы не против был, если бы открыли новые виды, их изучали, защищали еще лучше, а не жрали. Это вот опять-таки к вопросу китайцев. Но на данный момент его не... Ну, на данный момент он вымер. И с этим надо смириться. Хотелось бы верить, но верится с трудом. Так. Смотрим, что у нас. Я вот Додо хотел бы увидеть, но, увы, уже никогда. Мы будем смотреть на чучело Додо. И в мультиках. Да. Так, следующий вопрос. А можно ли поподробнее про сам океанариум? Хотелось бы посетить. Вот как на вопрос ответить? Либо скинуть ссылочкой, либо расскажешь. Я расскажу, но ссылочку тоже можно скинуть. Или я скину, или ты. Океанариум называется Крокус Сити, он находится на метро Микинина, буквально в 500 метрах от метро, можно на машине доехать, это 66-й километр МКАД, вот рядом, собственно, с Вегасом, одним из Вегасов, и там у нас располагается океанариум, это отдельное здание, если хотите пойти после режима самоизоляции, разумеется, приходите, не пожалейте, у нас всем нравится, у нас есть на что посмотреть, у нас не только рыбы, дельфинов у нас нету, сразу скажу, это в Москве, у них с этим все хорошо. У нас в большей степени именно с той экспозиции, посвященная природе как таковой, у нас при этом помимо рыб есть крокодилы, есть обезьяны, есть птицы, олени даже, кстати, недавно два олененка у нас родилось, китайских мунжаков, есть обезьянки, которые тоже, кстати, плодятся. И у нас три экспозиции. Есть морская, есть речная, есть джунгли. В каждой экспозиции свои представители флоры и фауны. Да, флора тоже, кстати, есть. В джунглях особенно. Там прямо у нас микроклимат. Вы можете себя почувствовать прямо словно на Борнео пришли. Правда, там в основном террариумные животные. Ничего такого, что может отбитых террористов заинтересовать. Но обывателям и среднестатистическому человеку будет интересно, приятно. У нас там отличные экскурсоводы, гиды. То есть, как бы, ребят, приходите, всем будем рады. Некоторым людям я сам экскурсии иногда провожу. Согласен начальству, разумеется, если есть свободное время. Все-таки я работаю там. И не гидом, я ихтиолог. Мне работа за животными следить. Но друзьям, коллегам всегда рады, всегда зовем, пожалуйста, приходите, ребята. Можете просто вбить Крокус Сити Океанариум в поисковике, сразу найдете, там вся информация. Билет стоит на общую экспозицию 1000 рублей. Ну, по крайней мере, стоил до самоизоляции. Сейчас я не знаю, как будет после, как курс доллара, какой будет. Но сам факт. То есть это нормальная цена, если что, в остальных океанариумах такие же расценки. Так что нормально. 1000 рублей со взрослого. С детей там надо смотреть на сайте. Я просто не помню, я ни разу по билету не заходил в океанариум. Как-то не приходилось. Ну, да хорошо, что тебе на работу по билету не приходится приходить. Только по пропускам. Ну. Так, давай следующий вопрос. Там ссылку мы скинем. Ну, после лекции, не сейчас. Да. Так, вопрос. Почему рогатые акулы размножаются яйцами, а остальные в основном живородящие? Много вариантов. Во-первых, не только рогатая акула, а еще и кошачьи. В принципе, 30% от всех, от всего числа и биоразнообразия видов акул. Это в основном, конечно, всякие кошачьи, рогатые. Некоторые размножаются яйца живорождением, как я уже сказал. То есть выгоднее яйца сохранить внутри, чтобы повысить выживаемость потомства. Возможно, это опять-таки в процессе эволюции. То есть у акул была сначала какая-то икра, потом она, собственно, эволюционировала такие яйцевые капсулы, и яйца, их яйцами смело можно назвать, в этом нет никакой ошибки. Икрой назвать их нельзя ни в коем случае. Не надо, а то некоторые люди в ветеринарных учреждениях называли так у акул эти штуки. И это очень неграмотно, это режут ухо, как ареал обитания примерно. Знающие люди поймут.
Вот. Ну и, собственно, дальше яйца, видимо, в ходе эволюции у каких-то видов так и остались, потому что им выгодно, и выживаемость вполне себе хорошая, и компенсируется это тем, что акулы, например, рогатые и кошачьи, они круглый год не истятся и откладывают яйца постоянно, более того, и даже партеногенезом могут размножаться, это доказано. То есть она, по сути, себя клонирует, всегда вылупляется, поэтому самка. В случае, если нет самца, ну, как бы, как ни крути, выживут, выживут. Потрясающие. Кстати, так недавно открыли даже партеногенезу вроде как ну, современных видов акул, черноперо-рифовой акулы, хотя считалось, что он есть только у примитивных, в частности, у усатых акул, бегонгообразных. Оказалось, нет. То есть, вы понимаете, сколько еще про них мы не знаем. Хотя эти ну, виды это все... Это довольно сложно изучить тему партеногенеза, потому что это нужно, Да. чтобы она жила вообще 100% Да. без самцов все время. Не, ну И за ней все-таки наблюдали. моменты эти достоверно подтверждены, потому что эти акулы либо рождены в неволе, либо Да. они живут там без самцов, и они рожают. Ну, Это такие да, тут... случаи, вот прям реально, без шуток. И как бы оно задокументировано, про это можно найти информацию в открытом источнике, только на английском языке, я сразу скажу, на русском у нас это мало кто переводит. Но оно есть. Вот, и, следовательно, продолжая ответ на вопрос, какие-то акулы, вот, собственно, начали в целях, видимо, более выгодной мутации, эволюции, механизма естественного отбора и других факторов эволюции приобретать новые признаки способности, в частности, яйца живорождения, а потом и живорождение полноценное, которое потом появится только у млекопитающих. Казалось бы, это вроде примитивные рыбы, а глядели далеко вперед. Вот так вот. То есть я думаю, что это просто процесс эволюции таковой. И просто какие-то животные, они вот на нем сейчас так и остановились. Например, одна из самых больших еще загадок, а зачем рыбе молот, собственно, плацентарное живорождение? Почему только, ну, не только у нее, но у нее оно есть, а у других нету, как это, зачем ей такая голова? Ну, зачем голова есть сейчас, теория более-менее развитая, но про это как-нибудь потом расскажу. Ну, тут так получилось, вот это вот. Так так эволюционно сложилось все. Да, так эволюционно сложилось, как, собственно, все, так весь наш мир и развивается до сих пор. Что, просто вот так получилось, это выгодно, все, зашибись. Угу. Так, еще 2-3 вопроса, и да, будем так. закругляться. Да. Так, есть ли у акул, как я понимаю, содержащихся в неволе, стереотипное поведение? Или О, хороший вопрос. Тут такой момент, что стереотипию у акул доказать и узнать в принципе сложно. Есть аномальное поведение. Назвать его стереотипным сложно. Опять-таки вопрос их психологии, он вообще... Ну и вообще зоопсихологию рыб, он такой... Это новая, можно сказать, наука, особенно в вопросах акул. Опять-таки, как я сказал, не так много людей, кто этим занимается. И, например, находили акул вроде как со стереотипным поведением в природе, хотя... А там-то оно откуда? А потом оказывается, что это какая-нибудь болезнь, например, бактериалка в мозгах. У акул тоже есть болячки, не видите всякой ерунде, что они не болеют, и у них нет рака. Есть, это все доказано, но тем не менее. В неволе оно проявлялось у некоторых видов акул, которых поймали в природе, и которые, в принципе, к существованию в неволе не приспособлены, и приспособлены быть на данный момент не могут. Например, у большой белой акулы, когда ее неоднократно пытались поймать для океанаймов, она отказывается есть в неволе, она плавает, и она все время бьется о стенки. Разумеется, начинает плавать кругами, а в какой-то момент она просто перестает плавать и умирает. Эти акулы, в принципе, для жизни в неволе не годятся. Это вот не, в 16-м году есть видео тоже. Поймали 3,5-метрового самца белой акулы в токийский аквариум. Он прожил 3 дня. И он тупо не ел. Потому что вы не можете обеспечить ей условия в неволе. Во-первых, эта акула хочет охотиться. У нее все тело под это подноточено. Охота у них – это очень сложный процесс. И более того, когда взрослая эта особь, она не может питаться только рыбой. Ей нужно мясо морского млекопитающего обязательно. Они сжигают до 3000 калорий в день. Вы никакой рыбы ей столько не обеспечите. И более того, ну,
Это, собственно, почему она питается морскими млекопитающими. Жир, мормлеков, ворвань, вот как я сказал, этого им надолго хватает. А так она постоянно плавает. Она, к тому же, поскольку пелагический вид, она не чувствует стенок аквариума. Она билась о него все время. И, собственно, разбила себе голову в некоторых случаях. Ну, такие случаи известны. И обычно этих акул либо выпускали, либо они погибали. Рекорд, по-моему, содержания белой акулы в неволе — это 164 дня или где-то так. Но это молодая особь. Когда они молодые, они питаются в основном рыбой, более мелкими акулами. Белая акула, предположительно, рождается сразу длиной 1-1.5 метра. И, собственно, как я уже говорил, сразу начинает охотиться. Охотится на мелкую рыбу. У нее строение зубов и тело совсем иное. Она мало походит на, собственно, белую акулу. Если вы неопытный ихтиолог, акулист, что называется, вы не узнаете ее от акулы мака, например. Они очень похожи. А потом у нее меняется строение тела, наступает половое, что называется, или пищевое созревание, как это называют, и она начинает пытаться охотиться на добычу покрупнее, и самое главное, начинает интересоваться пищей типа морских котиков. И сразу, кстати, замечу такую вещь, что они не умеют с рождения на них охотиться, они учатся, наблюдая за старшими особями. То есть у них нет какого-то генетического кода на то, как охотиться. Они наблюдают за остальными, а потом уже сами пробуют и по ходу опыта набивают себе скилл. То есть обучаемость присутствует. Это к вопросу о том, что акулы тупые пожирающие машины. Буквально только 40% атак у акулы заканчивается успешно на котика. Так что не надо так думать. Но возвращаясь к вопросу о стереотипии. То есть он есть, но для конкретно тех видов, которые вообще в неволе, ну, никак. У видов, что содержатся в хороших условиях, да нет, нету. В некоторых случаях бывают, конечно, всякие аномалии, но тут следует заметить, что акулья медицина, она очень слабо развита вообще в мире, про это мало статей, их еще очень долго читать и переводить, я искал неоднократно, это просто с ума сойти можно. Я не уверен, что мне жизни хватит, чтобы самому это прочитать, не говоря о том, чтобы перевести и понять. Не говоря о том, что у нас в России с этим вообще плохо, у нас нет специалистов по акулам, вот я пытаюсь более-менее быть, и то это довольно тяжело. Вот. Хотелось бы комьюнити какой-то в этом плане создать, но пока как-то так себе. Хотя находятся постепенно люди, вот недавно буквально пару человек нашел, это приятно. Все-таки есть еще люди, кто, как и я, хотят заниматься этим профессионально. Одна, кстати, для этого нужно делиться друг с другом информацией, все-таки рассказывать. Обязательно, вдруг обязательно. Среди ваших знакомых неожиданно окажется человек, который этим занимается. Всякое бывает. Я надеюсь на это. Я стараюсь верить в лучшее. Хотя пока не во Владивостоке, где встречаются у нас акулы, не на Черном море. Нет, у нас в большинстве случаев ихтиологи, ну, они заняты другими областями. Промысловые рыбы, аквариумные рыбки. Я ни в коем случае не осуждаю их за это. Это тоже интересно, нужно, полезно. Но про акул у нас никому не интересно. Я сам диплом хотел написать по акулам, но материал мне было негде достать, и никто не хотел это поддерживать. Надеюсь, у одной моей коллеги в Тимирязевке, я надеюсь, она это смотрит, все получится. Она сейчас пытается. Ник, в тебя верю, давай, покажи им. Мы тоже все верим. Так, давай вопрос. Сколько, два еще или один? Да давай все уж, как бы, давай добьем. Так, ну как раз немного осталось. Были ли какие-то ЧП на работе? И вот сразу оговорюсь, все, кто работает с животными, знают шутки про руки зоокипера. Руки, которые кусались много раз. У акулимиста не лучше. У акулимиста они еще вот как у дедушки всегда мокрые, соленые, пахнут рыбой. То есть быть девушкой акулимиста, если что, тяжело. Вы чувствуете запах моря буквально, и вам уже романтические строчки про это не кажутся романтичными. Вы понимаете, как это на самом деле. ЧП на работе, разумеется, были неоднократно, самые разные, но, во-первых, о них по понятным причинам не принято говорить, это закрытая секретная информация, иначе меня пристрелят, снайпер всегда дежурит рядом. А во-вторых, ну, смотри, какого рода ЧП. Бывают технические ЧП, когда что-то затопило, там, трубу порвало, когда там воды не хватает. Бывает, когда животное заболело, ну, извините, как у любого, собственно, заведения, которое работает с животными, тот же зоопарк, все то же самое, просто со своими нюансами. То есть, если там, например, видно, что акула как-то странно себя чувствует, и ей надо, например, витамины колоть, или она, ну, отказывается от еды реально долго, надо как-то спровоцировать аппетит, для этого используются какие-то препараты, надо сделать укол акуле. Представляете, как это делать? Это вам не кошку фиксировать.
А вот приходилось, и непростая задачка, и это рискованно, особенно это крупно, если это крупная песчаная акула. Но успешно, успешно более-менее. Правда, в итоге эту акулу у нас продали, к сожалению, в другой океан, ну, по ряду причин я не уполномочен о них говорить. Но да, ЧП бывали, но справляемся, как можем. Ну, тебя кусали вообще часто? Кошачьи акулы разве что кусали, ну, если про акул говорить, но, как видите, пальцы все на месте, у них зубки-то слабенькие, а у меня кот, когда кусал, мне руку вот здесь прокусил, можно, наверное, шрам даже увидеть, и у меня рука раздулась, я сжать не мог, было куда страшнее, чем от укуса акулы, это, хотя все время люди ужасаются, почему я кормлю кошачьих акул с рукой, не боюсь, что они меня укусят, а что им надо, она, если и кусает, она иногда, так сказать, из ученических целей. То есть она... Ну, во-первых, от меня еще рыба иногда пахнет. Ну, понятное дело. По неосторожности или потому, что она засасывает, кошачья акула засасывает пищу. Она хватает, дробит и глотает это все. Но она понимает, что нет, это не рыба, это не вкус, и сразу отпускает. Иногда она так просто банально здоровается, мне кажется. Потому что она кусает, но она когда... Знаете, зубы не используют даже, это ощущается. Ну, как с котенком, когда играете, а с кошачьей акулой я действительно иногда играю, про это есть видео тоже всякие прикольненькие, если хотите. Кстати, у Никиты на странице просто огромное количество материалов по акулам. Вот обязательно надо зайти. Там чуть-чуть, и так, в общем. Вот не прибедняйся. Буду, я все-таки пока знаток, я не специалист еще. Я хочу им стать, но я до этого иду. Так вот, кто еще кусал? Кусала Муэна. Вот это было, кстати, такой веселый случай. Я всегда всем рассказываю, расскажу еще раз. Потому что, ну, было такое, что я кормил рыбу, которая живет с Муэнами, группер называется, и я пускал ему с копья, собственно, рыбу. Вылезла зеленая Муэна, ее там из-за света лампы я не увидел. Она меня цепанула вот так вот два пальца. Я не знаю, может быть, видно даже шрамы чуть-чуть там остались, но ничего серьезного. Вот, и мне... Скажем так, куски мяса чуть-чуть остались висеть. До кости не дошло, но неприятно. Сразу скажу такой факт. У Муэн нет яда. Почему-то постоянно все люди верят, что они ядовиты. Нет у них никакого яда. Это чушь, это миф. Яд есть у них, возможно, в мясе, как у любых высших хищников, которые концентрируют себе ртуть, мочевину и прочее. У акул, кстати, в том числе еще одна причина не есть акулье мясо. Про это тоже можно еще одну лекцию завести. Сколько уже лекций на месте? Ужас. У меня в список не поместится для опроса. Ладно, потом. Продолжай тему. Собственно, я у Муэна есть единственная черта, как у любого животного, не самая чистая пасть. И может быть трупный яд. Заражение крови. Люди, которые работают с сетками или с варанами, я думаю, прекрасно понимают, о чем про я. Про трупный яд вот поосторожнее. Сейчас набегут люди. Я утаиваю, ребят. Извините, если я кого-то обидел, задел. Вы поняли, про что я. Ну, сам факт, что всякая зараза, гадость на зубах. И чтобы этого избежать, желательно сделать прививку от столбняка. Ну, я пошел в травмпункт. Поехал, собственно, в Первую Градскую, и там мне сказали, типа, чувак, тебя укусила Муэна, это же пипец, тебя надо в Склифосовский везти или в Институт токсикологии, она же пипец ядовитая. Я такой, ты что, сдуэл, док, не ядовитая, как бы ничего такого нет, я перед тобой стою, я не в реанимации, нет, надо везти, да не надо, ты мне укол будешь делать или нет, нет, не буду, окей, пока. То есть у меня была мысль, что этот человек читал. Я не знаю, что, но я этим могу подтереться, как туалетная бумага, потому что это ужас какой-то. Поехал в другой травмпункт, там сказал, что меня укусила щука, мне сделали прививку, все. Проблем, последствий никаких не было, кроме того, что пальцы болели, и они заживали долго. Все. Что еще меня кусало? Ну так, по мелочи всякая штука. Скатики кусали, но это не серьезно, они пальцем не оторвут. Неприятно, но как если вы придавили палец дверью. Всякие мелкие рыбы, аратроны. Как-то мне спинорог два раза ноготь пальца откусил, бывает. Сволочь тот еще, он меня любит так. Ну, рыба, что поделать. Ну, всех историй не вспомню, но конкретно с акулами, вот кроме кошачьих, нет. Я стараюсь не допускать такого, не надо. Потому что, ребята, я всегда помню, с кем я имею дело, и что будет, если я вот в это попаду.
В лучшем случае рваные раны и не очень красивые, в худшем можно и увидеть. Все-таки. Ну, если так тебе приложить, такой значительный кусок может цапнуть. Ну, вот знаешь, даже такая, знаете ли, даже такая акула спокойно оторвет вам руку, учитывая, что она длиной 1,60 м. Не надо недооценивать акулу, она сильнее вас. Она в море, она в своей стихии, вы неповоротливый сухопутный двуногий, который пришел к ней, что-то от нее хочет и, скорее всего, может угрожать ей жизни. Как бы... Это вы тут в гостях? И она все плюсы у нее. Ну, к любому животному все равно, как бы, даже акула, да. Не акула, надо с уважением. С уважением обязательно. И ее пальчики не тыкать. Не тыкать, если только само животное вам не доверяет, не позволяет. Но это уже индивидуально. Да. Даже с акулой. Ну, вы видели, собственно, есть специалисты, профессионалы, им можно, они знают. Хотите это, учитесь у них. Или идите в биологи еще лучше. Да, чтоб сразу совмещать. Именно. Так, давай к вопросам. Да-да-да. Длинный вопрос, я его долго буду зачитывать и, надеюсь, не оговорюсь. Вопрос по северным акулам. Гренландская полярная акула. Подключилась к трансляции не сразу, может, пропустила. Встречала слух об особенности выделительной системы, что мочевина накапливается в мясе в большой концентрации. Да, вопрос. Прав. Этот вид как-то особенно отличается по концентрации мочевины и устройству выделительной системы или нет? По устройству выделительной системы точно не скажу, поскольку не вскрывал на эту тему, реально статей не читал, про них не так много информации, статей. Это очень такое редкое животное, которое сложно поймать и изучить, хотя могу попробовать поискать специалистов, уточнить, если найду, скажу, но по выделительной системе, скорее всего, у нее есть свои нюансы, потому что, да, у нее прям больше всего мочевины в теле вообще среди всех живых организмов, насколько я знаю, данных известных, и в принципе там, если дать это мясо собакам, собаки умирают, понимаете, от количества нитратов в нем, то есть там прям, ну, очень много этого. Как я уже сказал, есть даже фотографии, если кинуть это мясо в снег, он оранжевый становится, и он тает вокруг. То есть связано это с первым... Вкуснятинка, что называется, одобряем. Связано это, опять-таки, с тем, что у нее очень медленный метаболизм, а он, в свою очередь, связан с тем, что это животное живет в самых суровых условиях. Это Северный Ледовитый океан, Северные моря в целом. У нас, кстати, она в Баренцевом море изредка встречается. Не бойтесь, она встречается на огромной глубине, она не опасна для людей, как бы ни одного случая атаки не зарегистрировано. Единственное, что она крупная, 7 метров, но как бы... Если вам просто еще повезет с ней встретиться, вы вообще-то везунчик, ребят. Не всякому биологу удается. Не всякому даже автономному аппарату подводному. Их встреча это такое. Ну так вот, она живет на огромной глубине в местах, где очень мало еды, и где каждый кусочек надо долго и упорно переваривать. То есть все переваривается очень медленно, очень долго. Следовательно, интоксикация организма тоже происходит крайне медленно, и она может такие дозы терпеть, просто потому что суровые условия. Я больше скажу, у этой акулы есть прямо своего рода настоящие антифризы в крови, которые позволяют ей не замерзнуть. Ее крови даже по температуре в -4 там чуть ли. То есть, извините, я не очень много животных знаю, которые в таких условиях живут. Ну а вот гренландская акула может в этом плане... Мягко говоря, честь почет. А, еще такой момент у всех акул, почему у них накапливается мочевина. Для осмотического давления это связано с тем, что осмотическое давление внутри акул либо равно, либо чуть-чуть побольше, чем в окружающей их среде. Ну, собственно, издержки того, где они живут. Поэтому у них так. Рыбы же, обычные костистые, они за счет более сложного строения и перспективности, так сказать, своей внутренней системы и разницы в том, где они все существуют, у рыб, которые живут на глубине, та же примерная история, но посложнее, разумеется. У них тоже такого рода механизмы накопления всяких мочевин и тому подобного. Но еще замечу, что это все-таки высший хищник. Все высшие хищники, особенно морские, я подчеркиваю, они по нарастающей в пищевой цепочке накапливают в себе кучу всяких
патогенов, ядов и тому подобное, например, ртути той же, которая для них может быть не сильно чревата, хотя об этом еще споры ведутся. Это касается, например, китообразных, крупных костистых эпмарлин, например, или синих тунцов, и особенно акул. Поэтому для акулы это не является проблемой какой-то, но вы съедите мясо полное ртути, и, мягко говоря, это не очень хорошо. То есть, ну, лучше не ешьте, конечно. То есть это связано еще с тем, что просто это высший хищник, он всегда накапливает в себе все то, что, собственно, поедает. Не забываем, что все хищники, зачастую, особенно те же морские, питаются самыми слабыми, старыми, беспомощными особями, которых легко поймать. Акулы, в свою очередь, известны как санитары океана, как волки санитары леса. Акулы санитары океана, они едят всю слабую, раненую, больную рыбу в первую очередь. Это к вопросу, что будет, если, кстати, акулы когда-то исчезнут. Вся эта рыба попадет к нам с вами на тарелки. Так что акулы нужны, они очень нужны. И основная функция в этом ложится на них. Они показатель благополучия среды. Да, да, благополучия среды. Вот они, дельфины, ну, высшие хищники, но акулы одни из самых важных. Они как бы в первую очередь, кто едят всю эту рыбу. Особенно в таких сложных сообществах, как там коралловые рифы, открытые океаны и так далее и тому подобное. То есть, ребята, не надо думать, что это нас не касается, раз мы живем в России, акул у нас нет. Во-первых, есть, во-вторых, касается нас тоже. Ну, любая вот, мелочь, на самом деле, нас касается. Ну вот, чтобы вы знали, да, понимать цепочку, как это происходит. И, кстати, да. Вот несколько человек написали, что поменяли вообще мнение об акулах. Прекрасно. До этого было типичное послечелюстное. Прекрасно. Я не зря, значит, здесь разговаривал, рассказывал. Я очень рад этому. Спасибо, ребята. Прям вам поклон. Очень рад, что поменял ваше мнение. Для меня это много значит. Ну, потом, кстати, еще можешь почитать комментарии там, если что-то, не дай бог, я упустила еще ответить. Но думаю, мы можем уже закругляться. Наверное, стоит закругляться, да сколько успеть? Вообще мы 2.5 часа, по-моему. Нормально, нормально, так. Ну, так у нас еще будет впереди. Все впереди, да, ребят. Как раз об этом. У нас будет вопрос о том, про что следующую лекцию, ну, я про что буду вести. Устроим такой опрос, я несколько тем, собственно, с Викторией обсужу, и мы дадим вам на выбор. И, собственно, наиболее, ну, та тема, которая наберет наибольшее количество поддержки, про нее и будем. А остальные там можно тоже по ходу дела. Сейчас пока обсудим, обдумаем все это, и, собственно, надеюсь, выберете что-нибудь интересующее вас. Вот варианты я уже сегодня озвучил немало. Если что, то тоже можете предлагать. Мало ли, в будущем когда-нибудь проведем. Я только за. Надо кому-то же вести научную пропаганду защиты акул. Если кто-то кому, поменял, если не тебе? Вот я вот просто не понимаю. Только тебе. Так. Ну, хотелось бы не только мне. Хотелось бы, чтобы были соотечественники. Вот, сейчас мы вырастим соотечественников. Вот вырастим. Присоединяйся. Хочу создать акуле комьюнити очень. Есть же даже по врановым, а по акулам нету. В этом плане одиноко очень. Ну, ребята, вы все слышали. Читайте статьи, переводите, помогайте. Вот тут... Идите в биологи, да, в ихтиологи, учитесь, настраивайте детей. Неважно, даже если не в ихтиологи, просто идите в биологию. Хотите заниматься животными, идите, обязательно. Экономистов у нас и так хватает. И мы видим, насколько они полезны иногда. Извините, товарищ экономист, не хотел обидеть, но факты остаются налицо. Ладно. Все, вопросы. С вопросами разобрались. За лекцию еще от меня лично огромное спасибо. Я все 2.5 часа пролетели вот просто. Я только на время глянула такая, в смысле, 2.5 часа. Ну, да, значит, талант рассказчика еще не потерял. Да. Вот, видишь, у тебя за карантин накопилось. Ну, нет, это по жизни, да. это я даже не процент сказал. Я могу об акулах много говорить, как бы без проблем. Просто надо кушать, спать и так далее, еще и работать. Так, ну тогда, ребят, всем огромное спасибо. Менять работу, чтобы так. Все, и всем спасибо. Будем, да, ты оставайся пока здесь, а я все уже...
выключаю. Все, огромное спасибо всем, кто участвовал. Нам очень приятно внимание. Действительно, очень много внимания было этой лекции. Мы все старались ее распространить. Если вы запись тоже распространили. Вот. Пока, такой. Мы поддерживаем мемы. Все, ребята, на этой прекрасной ноте я выключаю трансляцию. Всем пока. Всем пока.